бачу ранком небо молодіє, повстає так світло навкруги, і душа моя не спить радіє, до його воліє береги. Слава Богу, брати і сестри, я читаю Слово Боже, Дії святих апостолів, 2 розділу. Ми сьогодні другий день святкуємо це свято. Коли ж настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом в одному місці. І несподівано щичнився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася, та й наповнив весь дім, де вони знаходилися. І з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати. Перебували ж тоді в Єрусалимі іудеї, люди побожні з усякого народу під небом. А коли щинився оцей гомін, зібралася юрба людей, і вони дуже дивувалися, бо кожен із них чув, як учні розмовляли їхньою мовою. І всі були вражені і дивувались, кажучи один до одного: «Хіба ж не галилеяни всі оці, що розмовляють?
Як же кожен з нас чує від них свою мову, в якій народився? Парфяни, мідяни та єламити, мешканці Месопотамії, Іудеї та Каппадокії, Понту та Азії, Фригії, Панфілії, Єгипту та околиць Лівії, поблизу Киренеї, захожі з Риму, Іудеї та прозеліти, критяни і ревітяни, чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. І дивувалися всі, і не розуміючи, говорили один одному, що це значить. Любі мої, той перший день П'ятидесятниці, коли це трапилось, виконав Бог свою обітницю, про яку говорив тисячі років наперед, пророк Ісаїя сповіщав, і буде в останні дні я виллю від духа мого на всяку плоть. І ось виконалася ця обітниця, Христос сказав, не відходьте від Єрусалиму, чекайте обіцяного. І вони дочекалися, вони молилися, і Дух Святий злинув з висоти. І є багато людей, я навіть є таких багато церков, які думають, що вже на день П'ятидесятниці давно пройшов і на тому зупинилося. Чи то навіть є таке проповідують, то потрібно було в день П'ятидесятниці, вже далі ні. Брати, сестри, коли ми читаємо дії святих апостолів і всю Євангелію, Дух Святий веде сьогодні церкву. Алілуя! Він продовжує працю, він сьогодні виливає. Я сьогодні дивлюся, тільки цього року прийшлось проїхати багато церков, тисячі. Господь хрестить Духом Святим. І чомусь мені пригадалась подія, коли в минулому році ми були в Іркутську, на Байкалі, навіть десь хтось з Байкала приїхали, сьогодні є, бо мені телефонували. І коли були там, проїжджали, і я дивився, як Господь хрестив глухонімих. Коли молилися, і як вони говорили на інших мовах, і не раз я це бачив, глухонімі, але коли Дух Святий сходив, вони говорили іншими мовами. Алілуя! Я пам'ятаю, коли в одному служінні я побачив глухонімих, вони стояли, сурдоперекладу для них не було. І я дивився, коли Божа благодать прийшла, коли Господь почав говорити Духом Святим, ну вони ж нічого не чують, і сурдоперекладу не було. І я бачу, вони заливалися слізьми, сповнювалися Духом Святим і молилися. І я навіть підійшов до однієї із таких і питаю, слухай, ти ж нічого показуєш жестами, нічого не розумієш, не чуєш. А вона мені показує, оце о, серце все чує звідти. Алілуя! Давид сказав, один раз сказав Бог, а я скільки раз чув? Два рази. Як він два рази чув? Він чув, що в нас є сердечні уха, в нас є ще внутрішній чоловік, який все чує. Алілуя! Брати, сестри, я хотів би, щоб сьогодні той внутрішній чоловік почув голос Духа Святого, щоб ми сьогодні сповнилися, тому що П'ятидесятниця продовжується і по сьогоднішній день. І мені подобаються слова Ісуса Христа, який казав, я вас сиротами не покину, слава Ісусу. Я пам'ятаю, як зустрівся з одним братом, він каже, я лостався круглою сиротою 6 рочків, а сестриці 4. Ми, каже, плакали, не було до кого звернутися, ми, каже, тулилися одне до одного, але я дякую Богу, що мене знайшов Ісус. Я, каже, одного разу, як дитина прийшов на богослуження, і моє дитяче серце відчинилося для Ісуса, я знайшов спокій, і я не є сирота, каже. Він веде мене через все життя. Чуєте, Дух Святий веде через все життя. Вам буде, каже, краще. Христос, коли я піду, бо як я піду, то я пошлю Духа Утішителя, який наставить, навчить, і що? Майбутнє навіть скаже, ось Дух Святий продовжує по сьогоднішній день майбутнє сповіщати, брати, сестри, і ми будемо сьогодні молитися. Апостол Павел каже у посланні до Римлян у 8 розділі 26, 7 віршик, такі слова. Каже, ми не знаємо, про що молитися, як належить, але Дух Святий заступається за нас зітханнями невимовними. В російському перекладі звучить наче, ібо ми не знаємо, о чому молитися, як должно. Но Дух Святой ходатайствует воздиханнями неізреченными, но іспитуючи же серця знає, какая мисль у Духа. Чуєте, коли ви молитеся іншою мовою, ви не думаєте, що то Господь не розуміє, бо дехто, навіть є люди, які кажуть, а хіба вони знають, що вони говорять, той все знає, алілуя.
Він випробовує серця. Я часто пригадую, як один браток розказував, каже, одного разу, коли ми з дружиною помолилися, лягли спати, і ось о другій ночі, каже, Дух Святий мене розбудив на молитву. Я прокинувся від того, чую, Дух Святий молиться. Я, каже, розбудив дружину, кажу, слухай, ставай, на коліна молимося, чомусь Дух Святий кличе на молитву. І ми, каже, схилилися, і тільки схилили коліна, і, каже, з грудей, з уст полилася пісня слави Господу, молились на інших мовах, славили Господа, і, каже, співали духом, молилися, плакали. І я думаю, що так Дух Святий сильно умоляє, я не розумів, про що він так молиться на інших мовах, що так просить. І ми десь, каже, годину простояли на колінах, напилися з того живого джерела тої води Господні. І каже, коли піднялися, я глянув на годинник, третя ночі, глуха ніч. Але в той момент задзвонив телефон, такого ніколи не було. Я, каже, швиденько схопив трубку і чую голос схвильовано з другого боку, каже, не лякайтесь, але слухайте, ваш син попав в автомобільну катастрофу на мотоциклі. З нього нічого з мотоцикла не лишилось, але син ваш живий, неушкоджений. І я, каже, перебиваючи, став питати, коли це трапилось, і мені відповіли півгодинки тому. Це якраз той момент, коли ми стояли на колінах. І я, каже, не знав, що син буде повертатися. Да ще й, каже, на мотоциклі вночі. Він не знав, що його чекає, але це знав Дух Святий. І він, каже, наповнив, він покликав нас до молитви. Сестри, брати, коли вас Дух Святий кличе, не відкладайте, бо буває не раз зайняти працею, але Дух Святий кличе на молитву. А ви собі думаєте, і часто такий голос каже, ай, то ти вже закінчиш роботу, тоді підеш молитися. Слухайте, як тоді підете молитись, та молитва вже нікому не потрібна. В той момент, коли поступив сигнал, ви повинні бути чуткими до того, що якраз кличе Дух Святий. І каже, коли це трапилося, в одного разу була одна сестра, розказувала, коли один місіонер працював в Африці, і він з Родезі, в Анголу, прийшов, 1000 миль, екватор, жара, і вже пізно ввечері прийшов на місіонерську станцію і попросив, щоб приготували ванну, щоб зайти йому освіжитися. І каже, коли зайшов, як ванна була приготовлена, там було темно, нічого не видно. І він почув страшне шипіння, там світла не було. І не розумів, що таке, і потребував, щоб принесли світло. Коли принесли світло, він як глянув, то він стояв на спині величезної змії-кобри, яка в знак протесту шипіла, зляку уста його заніміли. Він як німий став, не міг не скрикнути, не молитися нічого, бо написано, всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться, він навіть крикнути не міг у той момент. Але, каже, потім принесли зброю, та змія була вбита. І він, так як місіонери ведуть щоденники, це все цю подію, точно ту годину і хвилину записав, коли це трапилось. І, каже, через 7 років попав він в Америку, в місто Чикаго. І до нього підходить одна жіночка і питає, брат Бейлі, скажіть, будь ласка, що з вами було? Такого-то року, такого-то місяця, такого дня, стільки годин. Я, каже, займалася працею на кухні, але почула призив Духа Святого молитися. І я, каже, кинула все, вбігла в кімнату, з моїх очей хлинули сльози. І я чую, каже, полилась молитва до неба, щось Дух Святий сильно просив. І каже, я не знаю, що з вами було, скажіть, будь ласка. І він швиденько підняв щоденник, почав листати, і коли знайшов ту дату, яку вона сказала, порівняли американський, африканський час, це точнісінько була та година і та хвилина, коли він стояв на спині ось цієї великої змії кобри. І він каже, ми з вами всі живемо на окупованій території дияволом. Бог, будучи святим, не може вмішуватися в чуже володіння, бо диявол буде клюватись, де ж твоя святість? І він побачив його, дитина в небезпеці. Сам він тоді не міг молитися. То подумайте, він знайшов готову посудину за 1000 кілометрів. Вона впала на коліна, піднялась молитва до неба, і душа вибавлена. Алілуя! Ви подивіться, наскільки сьогодні ми маємо привілегію, що маємо Дух Святий, як казав Христос, багато царів і пророків хотіли бачити те, що ви бачите, і не бачили, чути те, що ви чуєте, і не чули, брати, сестри, що сьогодні Дух Святий, сам Господь, говорить своїм голосом. Алілуя!
І тому зараз я запрошую всіх до молитви. Сьогодні дуже багато є братів і сестер, дуже багато просяться засвідкувати, що з ними зробив Господь. І на рак поуздоровлював. Є різні проблеми, як Бог розв'язував. Вони сьогодні хочуть прославити ім'я Господнє. І ми йдемо до молитви, брати, сестри, і будемо молитись, щоб Бог сьогодні Духом Святим говорив. Щоб сьогодні на твоєму жертвеннику загорівся вогонь. Може, попіл присипав вже жертвенник твій. Але, брати, сьогодні звернись до Ісуса, той, який є прощаючий, милуючий. Алілуя, і він сьогодні до лятого масла, може, в твоєму каганці немає його. То схиляємо голову молитви, молимося, брати, сестри. Аминь, аминь. И так говорит Господь, народ мой, оценил ли ты милости мои, которые я дал для тебя сегодня? Я, Господь, благословил пути твои. Я послал желание в сердце твое, Роман Алфарамен. Разве можешь делать что-нибудь без меня, аминь? Если не судействует рука моя, аминь. И если я привел на сие место, то не напрасно трудится Дух Святой над душою твоею. Потому что я вижу истомленные сердца. Я вижу с тяжкими ношами. Я вижу тех, кто уже истратили серебро и золото, аминь. Но я знаю, криминал Афрамена, что есть способ мой, аминь. Для тебя и план криминал Афрамена определенный мною на месте сём. И тогда, когда возмущение воды уже начато, то ты только имей жажду и веру, подходи, Рабаду Афрамен, аминь. И когда войдешь в этот полноводный поток, то я, Господь, говорю, этот день останется памятным для тебя, потому что великое приготовила рука моя на месте сём, Ромену Афрамен. И если я пишу, приготовляю по вкусу и говорю, Рибедуску Афрамен, открой сердечное ухо, аминь. И я заполню кладовое сердце твоего. Я подам влогу криминал Афрамен сердцу твоему. Потому что криминал Фрейзен, Гитр, Айзен, работа моя, она не остановлена, аминь. Я иду криминал Афрамен, как сильный по земле. Я расширяю шаги свои, аминь. И иду те, кто ждет меня, криминал Афрамен. Кто поднимает взоры свои к небу, ожидание милости моей, аминь. Я не пройду мимо, аминь. Потому что рука моя сильно действует ко благу, а во отче. И потому доверься, криминал Афрамен, Духу Святому, аминь. А я есть на месте сём криминуском фарамен, аминь. И потому с поспешествуй, а во черебеду гилту рамен, аминь. То миление е. А я, Господь, говорю, дни осады приближаются. И если ты будешь беспечен на месте сём, если ты не сделаешь запаса в эти дни благоденствия, то ще выйдешь ты в пустыню криминала фарамен, а впереди мера, а впереди испытание, а впереди великая посуха. И потому ныне говорю, Дух Святой, он несет ходатайство в многих душах, аминь. И по воле моя спасать, воля моя поднимать, как бы из праха его становлять, аминь. Потому что день сей сотворил я для славы своей, и потому готово ли сердце твое воздать славу, как должно, криминал Афрамен. Готово ли сердце твое оценить милостями, как должно, Ромену Афрамен. А я, Господь, не изменился. Я вчера, сегодня и вовеки тот же. И потому знаю, что работа моя уже начата, Ромену Афрамен. И если ты доверишься, криминал Афрамен, я со своей стороны совершу все, что нужно. Я дам мерою полную трясенную и без опоздания. И будешь радоваться на месте сём. Потому что пищу приготовил по вкусу для каждой души. А ты только внимай, криминал Афрамен, аминь. Расширай шаги свои. Подходи ближе к Голгофе, аминь, аллилуйя. А Иисус готов отвечать на запрос души твоей. Аминь, аминь. Господи, мы тебе дякуємо. Що вчора, сьогодні, повіки ти є той самий, слава тобі, що ми чуємо твій голос, що ти вже прийшов на це місце, щоб благословити. Допоможи кожному, Господи, відчинити двері серця. Алілуя, щоб твоє благословіння прийшло. Хай вогонь горить, Господи, на цьому жертвеннику і не гасне. Подай ти сьогодні цей духовний хліб для кожного по вкусу. Алілуя, Аба Отче. Час діяти твоєму Духу Святому, ти уздоровлюй. І ти вже це робиш. Слава, слава тобі, Господь. Алілуя, я дякую, що ти бачиш тих, хто втомився. Але ти вже їх на них споглянув твоїм оком з небес. Благослови, Ісус! Алілуя! Слава тобі, Отче! Хай твоє ім'я прославиться.
І тобі єдиному приносимо час і подяку, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я люблю Христа і знаю, любить Він давно мене. Пісні я йому співаю, Він став радістю життя. Слава Богу, брати і сестри! Перш чим говорити, я буду читати Слово Господнє, яке є записано «Дії святих апостолів» з 3 голови, з 1 вірша, і нижче такі слова. Петр і Іоанн йшли в місті в храм, час молитви 9, і був чоловік хромой от чрева матері його, которого носили і сажали кожен день при дверях храма, називаємих красними. Просіть милостині у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал, «Взгляни на нас!» И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, хваля
Бога. Слава Богу! Браті і сестри, я дуже радий сьогодні бути тут, бачити велику масу людей, які прибули сюди. І Бог благословив нашу дорогу, що ми можемо сьогодні бути на цьому місці. Ми всі разом стоїмо перед лицем Господнім. Хвала йому в небо. І від початку цього собрання я дякую Богу і браті і сестри, що Дух Святий, він розпочав це собрання. Я твердо переконаний є в тому, що Дух Святий і закінчить це собрання. Я дякую Богу, браті і сестри, що сьогодні я можу бути тут, і ви теж можете бути тут. І я бачу Господню милість, браті і сестри, над всіма нами, бо нас сьогодні згромадив Господь, хвала йому в небо. Алілуя, браті і сестри, за це прекрасне сонце, за цей мир, браті і сестри, за благополуччя, за здоров'я сьогодні, хай відкриються твої і мої уста і скажуть «Слава тобі, Ісус!» Алілуя! Він достоїн слави, браття і сестри, і благодарності. Сьогодні цей день сотворить для тебе і для мене святий і праведний Господь. Хвала йому в небо. Алілуя, браття і сестри. Хай би сьогодні кожна душа, яка знаходиться на цьому місці, вона не була байдужа до того, що сьогодні подивитися на тих, хто буде сьогодні вставати сюди, говорити. Але щоб твої очі були підняті до неба, щоб ти міг сказати, Господі, благослови тих, які будуть сьогодні говорити слово, і припояси їх силою, мудростю і солью благодаті. Господі Боже, припояси рабів твоїх. Алілуя, слава йому. І коли Господь, браття і сестри, припояшить, коли Господь дасть слово, тоді, браття і сестри, буде легко стояти нам і слухати, хай ім'я Господнє прославиться. Хвала Богу. Читаючи місце слова Божого, браття і сестри, яке я перечитав, воно нам говорить про ці часи, де Іван з Петром, вони йшли для молитви. І там, браття і сестри, знаходилась людина, яка була хромою людиною, і вона просила милостині тих, хто входив в храм, щоб положили щонебудь для нього для пропитання. Но коли підійшов Петро з Іваном, і він якраз просив в них милостині, то вони сказали: «Взгляни на нас». І він пристально дивився на них, отримати щонебудь від них. Але вони сказали: «Срібла і золота в нас немає. А те, що маю, я тобі даю. Ім'я Ісуса Христа Назорея, встань і ходи». І взяли його за руку, підняли, і укріпилися ноги, і він почав славити ім'я Господнє, хвала йому в небо. Але стоїть питання, браття і сестри, а де вони взяли? Де вони взяли? Вони не мали ні срібла, вони не мали ні золота, але те є, що Бог їм дав. І слово Господнє нам відкриває і говорить про те, любі друзі, браття і сестри, коли Іван йшов і якраз хрестив і казав: «Я вас хрещу в воді покаяння, но той, який йде за мною, він став переді мене, я не достойний нахилитися, розв'язати ремінь обуви його. Він вас буде хрестити Духом Святим і вогнем, хвала йому в небо». Алілуя, браття і сестри, і перед тим, як Ісус Христос мав вознеситися на небо, то ми читаємо 16 глава, 17 вірш Марка на написано так: «Увірувавших же будуть супроводжати сії знамення. Імені моїм будуть дзвонять бісов, будуть говорити новими мовами, будуть брати змій, і якщо що смертоносно і вип'ють, не повредить їм. Возложать руки на больних, і вони будуть здорові. І так, після бесідування з ними, он вознесся на небо і воссел одісную Бога, а вони пішли і проповідували слово Господнє з послідуючими знаменнями. Хвала Богу в небо». Алілуя, слава Богу! Бляться те 40 днів, де ми згадували, Ісус Христос з'являвся і укріпляв учеників, наставляв. Але, бляться те, він сказав: «Не відлучайтеся від Єрусалиму, но чекайте, і лучше буде». Браття і сестри, він сказав, щоб вони чекали, і вони чекали. І на 50-й день злинув Дух Святий, хвала йому в небо. Ви приймете силу, коли зійде Дух Святий на вас, і будете мені свідками Єрусалимі, Самарії і навіть до краю землі, хвала йому в небо. Браття і сестри, Петро і Іван, вони прийняли силу від вічного Бога, і, браття і сестри, Бог дав ту силу для них, і вони, браття і сестри, те, що маємо, а воно було дане від вічного Бога. Любий друже, брате і сестро, що дав для тебе Ісус Христос? Алілуя, слава йому! Ти прийняв силу, ти прийняв дух, ти прийняв завдаток, а отже ти маєш печать, що ти є гражданин святого неба, якому художником і строїтелем є сам вічний Бог. Хвала йому в небо! Сьогодні, брате і сестро, друга, борються в парламенті за двойне гражданство, але ти маєш гражданство небесне. Хвала йому в небо! Це дав тобі імені
святий і праведний Господь. Алілуя йому. Ми стоїмо, братя, святі, в ожиданні на цьому місці, щоб сьогодні сила Божа, сила Духа Святого пройшла по стану народу. А я відчуваю, братя, святі, помазання сили Божої і сили Духа Святого. Алілуя, слава йому. Я Ісус Христос присутній на цьому місці і дія Божа, діла Духа Святого. Алілуя, Господь злить на це собрання. Він бачить серце твоє, він бачить внутрішність твоє, він бачить состояння твоє, він бачить розбите серце твоє, він бачить те, що ти стоїш далі, але Господь бачить твоє серце. Рамана парабречення, а вовоче дивиться Господь на тебе, а вовоче в ньому є бальзами целебні сьогодні для того, щоб врачувати, для того, щоб милувати, для того, щоб спасати, алілуя, для того, щоб перев'язувати. Лабана парабречення, алілуя, лабана парабречення, кров зав'ята рамане парамен, алілуя, рамане парабречення, тобі потрібно очищення, от коли прийде предстрою Ісуса Христа, а вовоче він очистить тебе, алілуя, а вовоче він зробить тебе більше сніга, а вовоче ремене гвалдис, корбаля парамечення, а вовоче кров завета рамена фарагентус, а вовоче ремене ейзен, лабада парамене чаудис, а вовоче сапарабаля фараудис, кроміне парамечення, Дух Святий, алілуя, брая серце, ця п'ята десятниця, вона продовжується, алілуя, амінь, а сила Святого Духа сьогодні обігнути для на це насліддя, Господі, сподяни з висоти неба, а вовоче, на кожне серце, то прийшов перший раз, а вовоче, ти сьогодні, а вовоче, дії Святого Духа, алілуя, вони совершаються, і були совершатися на цьому місці, альбедуш, альбедуш парамен, карбада парабечаудес, а вовоче, корбе де парабе де геудеш, лаба да парамен, кінторе бе де шибере ейзен, лобі де шибере ейзен, лопрамене шаудес, а вовоче, кармине лаудес, парамене чейдес, а вовоче, сила неба, сила Духа Святого, а вовоче, кем то реба для чибере эйзен, аллилуйя, помазание неба, керба на фирезен, а вовоче ремене парамечення, корма неба, говорит Господь, я подаю для наследия своего, ремене парамечення, и пройду сегодня в обильной мере, силою своей, говорит Дух Святой, а вовоче во время, а вовоче, прибывай на своем месте, говорит Дух Святой, а вовоче там для многих душ, целебные мастер вечения и исцеления, так говорит Дух Святой. Фараблечение, а вот же, вы есть те, которые пришли на это место, дабы вы смотрите на меня, Глаудес, а вот же, уразумей душа ремечения, что сегодня служение, служение Духа ремечения, и это назначило святое небо. Лебеде параудес, карбада фараблечение, аллилуйя, аминь, карбада фарагентус, афоремене эйзун меменус. Лабили Геудистания Алфа Омега Дух Святой, ибо контроль мой на это месте, говорит Господь. Лабили Геудис, Кербалачания, аминь. И я прохожу по стану народа и осматриваю каждое сердце и каждую душу, аминь, Ава Отче. Ибо я Бог, который видел не только сегодня, но вчера и третьего дня. И то, что есть внутри тебя, и то, что сокрыто от людей, но ныне лечебница моя открыта для каждого сердца. Аминь. Глани мои, они простерты для аминь, Ава Отче. И если ты осознаешь положение свое и приблизишься ко мне, говорит Господь, я простяну руки свои, я произведу работу свою в сердце твое, в душе твоей, аминь, Ава Отче, в доме твоем, аминь, фагаремелайсе. Как многие сердца порабощены, аминь, Ава Отче, нет мира сердечного, нет радости, нет мира в доме, аминь, Ава Отче, но я, Господь, аминь, и кровь моя не потеряла силы. Итак, ищи лица моего, ищи силы моей, аминь, Ава Отче, приближайся ко мне, аминь, фагаремелайсе, Ава Отче, а я буду производить работу свою, аминь, ибо на это место я изливаю великое благословение свое, аминь, фагаремелайсе, я поставил охрану свою и ограду свою, аминь, Ава Отче, я привел тебя Духом Святым, ибо здесь я предназначен встречу с тобою, говорит Господь, аминь, реберегеудис, кербалачания, Ава Отче, и я хочу обновить сердце твое, дать силу твою, свою для души твоей и помазания
для сердца твоего. Аминь. Братья и сестры, молимся, хай Бог благословит надалі хід цього собрання. Аби Боже, хай помазання Духа, помазання сили Божої, аби Боже, хай буде, аби Боже, сьогодні на цьому місці. Алілуя, хай звершиться, та де десятниця, аби Боже, алілуя, ремене фараон. Ремене фараон. И так говорит Господь, слышишь ли ты шум дождя на месте сем, аминь. Но я Господь говорю, кривит Аллафарамен, аминь, не обеспечивай себе рабодускам фарамен. Ибо если я призвал тебе молитвенником, то ты стань ради молитвенником. Взывай кривит Аллафарамен, аминь, о пощаде, аминь. Потому что Руман Аллафарамен труба вострубит, вострубит великую тревогу. Пройдут великие перемены, Руман Аллафарамен, и кто станет проломи за народ мой, аминь, аллилуйя. Ибо я Господь говорю, как беспечность покрыла многие души. Души, как беспечность покрыла многие станы, Роман Алфарамен, аминь. А я, Господь, говорю, бью тревогу сегодня, Роман Алфарамен, о жителя земли, потому что труба моя, она призывает еще рабедускам фарамен, аминь. Потому что еще есть место, минускам фарамен. Но какое положение заняла ты, аминь? Идешь ли ты в политику? Или всматривайся в священное писание? И потому Дух Святой сегодня говорит, как важно, дабы ты знал свое положение, дабы ты знал свое занятие, кем ты призван и для чего. И как я хочу, чтобы ты был народ мой, носителем мира и покоя на земле. Потому что Крым Моралайзен от тебя многое зависит. Как ты выборишь благословение, Крымен Алфарамен. И потому говорю, о, забери Эйзен, аминь. Как эта свобода послужила многим к угождению плоти. Как многие отошли от истины, Крымен Алфарамен, аминь. И небо не было тревоги, Крабадовский Фарамен. Зачем ты дал Крымен Алфарамен, дабы сатана поставил знак свой на тебе? Ты позволил ему выйти Крымен Алфарамен красками. Ты позволил ему выйти ребедовским фарамен с одеждами мира сего. А я, Господь, говорю, я Бог ревнитель, аминь. И потому крымановском фарамен, аминь. Когда я, Господь, буду строгостью еще проходить по домам, когда я строгостью заговорю к жителям земли, и пройдут великие перемены, и вельможные знатные мира сего, они разведут руками, будут недоумения, аминь. Но народ мой, аминь, ты знай, кому ты принадлежишь, авоче, и знай, что мое имя сильно, мое имя свято, авоче, и потому подойди ко мне с молитвой, Рабан Алфарамен, и в эти дни взывай, аминь, а я отвечу тебе, авоче, а я подам силы для тебя, Крымен Алфарамен, дабы ты устоял, ребедовский фарамен, эти дни брани, не колебайся, не шатайся, авоче, займи правильное положение, а Дух Святой, он будет совершать работу свою, аминь, аллилуйя, и те, которые опустили руки сегодня, и видят, Рабан Алфарамен, как эти праздничные дни, ребедовский фарамен, стали обратностью, то я, Господь, говорю, не всегда так будет, аминь. Ибо я смешиваю эту радость на плач. И будет великое святование, Рабан Алфарамен. Но кто стоял в проломе молитве, кто взоры свои поднимал к небу и говорил, Господи, пощади, Господи, дай милость, Рабан Алфарамен. Тогда я, Господь, подам милость, и выслушаю молитву в отче. И подам перемены, Рабан Алфарамен, и защиту свою. И потому, народ мой, как важно, дабы ты сегодня, Рабан Алфарамен, осознал вину свою предо мною. Вошел святой святых, и тогда полнота благословения моего почает, аминь, потому что я не остановился в милость, милостью своею. И так, Рабан Алфарамен, говорю, не останавливайся в шествии, аминь, иди во имя мое, совершай во имя мое, аллилуйя, и я, Господь, совершу дело великое в жизни, пройду по станах народа, пройду по стране, Рабан Алфарамен, аминь, аллилуйя, в отче, и еще с милостью своею заговорю, ребедус, ребедус, аминь, аминь. Владико неба і землі, Господі Боже, прийми щиру хвалу Боже і благодарність. Надальше, Господь, веди, керуй цим собранням, Боже неба, Ісус. Все хай буде в руках Твої імені Твому святому, хай буде слава в небо повіки. Амінь. Yeah.
Богу. Знаете, сегодня я вижу исполнение Слова Божьего. Как написано у пророка, «И пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем, помолимся и взыщем лица Господня». Слава Богу! Я приехала из Кривого Рога. Я расскажу о той великой милости, которую Бог явил в моей жизни. Я родилась в неверующей семье и никогда о живом Боге не говорилась в нашем доме, хотя родители учили нас всему доброму, учили нас быть честными, учили любить, поступать открыто, помогать друг другу. И вы знаете, очень хорошие родители, очень много в нас вложили доброго, и я благодарна Богу за то, что имела таких родителей. Но однажды, когда я была на похоронах, у нас умерла школьная медсестра, я проходила мимо гроба этой старой женщины, мне тогда было не более 9 лет, и я смотрела на этот гроб, я видела, что все вокруг оставалось как прежде. Так же играли, смеялись дети, так же говорили соседи. Все оставалось по-прежнему, светило солнце, и листья такими же были зелеными. Но этой женщины уже не было. Для нее все закончилось. И я тогда подумала, для чего я живу? Мне даже было как-то страшно, что когда-то придет тот момент, и я умру. Шли годы. И Господь подарил мне удивительную встречу с одной женщиной, которая сказала мне, знаешь, Света, есть живой Бог, есть Иисус Христос, есть жизнь вечная. И знаете, я приняла Спасителя в свое сердце и всецело отдалась на служение Ему, хотя близкие очень препятствовали, но Бог позволил мне принять водное крещение, когда я уже была совершеннолетней. Через 9 лет после этого события моя мама впустила Иисуса Христа в сердце. И я была особо благодарна, потому что я видела, что Слово Божие, оно исполняется в нашей жизни. Оно работает, когда мы доверяем Богу. Слава Господу! События 99-го года. Я направлялась в молитвенный дом, это было вечернее служение. Я почувствовала, что у меня правая нога, она меня не слушает и как-то увлекает меня в сторону. Я думала, что, возможно, я устала на производстве, и выходные пойдут мне на пользу. Но к понедельнику я почувствовала, как у меня занемела правая часть головы, язык не стал воспринимать вкус продуктов, и очень сильно была нарушена координация движений, так что я не могла идти ровно. Я шла по коридору квартиры, и меня буквально кидало от одной стенки к другой, и мама, которая шла сзади, она спросила, «Света, что с тобой?» Я не могла ответить, я не знала, что со мной происходит. Она вызвала доктора,
И когда врач осмотрела меня, она сказала, что нужна срочная госпитализация. И так меня отправили в отделение неврологии 4-й городской больницы нашего города. Там начались обследования, начались анализы, начались рентгеновские исследования. Но с каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Через некоторое время я не могла уже ходить самостоятельно. Я уже не могла кушать. Я не могла выпить даже полстакана воды, потому что у меня появилось сильное головокружение. Появилась рвота, которая практически не прекращалась. Лекарства я уже не могла принимать, их водили капельно. И знаете, был такой момент, когда я однажды встала с постели. Я хотела дойти до умывальника, который находился здесь же, в палате. И я была уверена, что я смогу это сделать. Но когда я сделала несколько шагов, я почувствовала, что силы оставили меня. Я хотела дотянуться до него, он был очень близко, но я не могла этого сделать. Тогда я решила вернуться назад на кровать. И когда я обернулась, я посмотрела, что кровать тоже находится на таком же расстоянии. И я в таком замешательстве стояла и думала, что же мне сделать? Никого нет, я даже никого не могу позвать, у меня не было сил даже разговаривать. И в это время я очень четко услышала слова в свое ухо: «Похули Бога и умри». Я понимала, кто это говорит. Конечно, я не согласилась. Я очень хорошо знала, что стоит за этим. Можно так в одно мгновение потерять все. Все, что ты когда-то делал для Бога. Я сказала: нет, пусть будет воля Божья. Тогда я потеряла сознание, я упала. Кто-то увидел, позвал медиков, оказали мне помощь. Вы знаете, и так уже к концу недели я уже совершенно не вставала. Когда осмотрел меня заведующий отделением и заявил желание поговорить с моими близкими, я пообещала, что как только они придут, я скажу им, и они зайдут к вам в кабинет. Но в течение дня доктор так докучал мне, что я вынуждена была позвонить, не дождавшись их визита, и сказала, говорю: доктор хочет вас видеть. И когда пришел мой брат Дима, поговорил с доктором, потом пришел ко мне и говорит: Света, они хотят сделать еще одно обследование рентгеновское, нужно поехать в другую больницу. Поездки меня страшили, потому что была у меня очень сильная рвота. И я говорю: знаешь, я не могу ехать, Дима, туда, ты видишь, я слабая такая. Он говорит: здесь тебя повезут на каталке, а там уже как-то поедем, они сделают тебе заключение еще одно, они назначат лечение, тебе будет легче. И так он меня уговорил. И когда мы уже возвращались обратно, я сидела на заднем сидении машины, а брат сидел рядом с водителем. И поскольку я видела уже только одним левым глазом, я время от времени открывала глаз и смотрела в это зеркало бокового вида, как брат напряженно читал эти бумаги. И я спросила: что там? Он говорит: ничего, все нормально. Мы вернулись в отделение. Я думала, что действительно все нормально. Но через пару дней пришла мама и сказала, говорит: Света, нам предстоит поездка в Днепропетровск. У тебя обнаружили опухоль головного мозга размером 2 сантиметра, и тебе нужна операция. Нет, я не испугалась. Я ожидала встречи с Господом. Единственное, что я хотела, чтобы предстать пред Богом чистой, чтобы предстать без пятна и порока. И тогда я сказала, говорю: я хочу, чтобы ко мне пришел служитель, я хочу быть готова к встрече с Богом. После того, как я поговорила со служителем, побеседовала, он предложил мне, говорит: знаешь, сегодня на домашней группе у нас будет сосуд Божий. Не хочешь ли, чтобы за тебя помолились? Конечно, я хотела знать, как смотрит на мое положение небо. На следующий день мы уезжали в Днепропетровск, и когда мама рано утром пришла, я ее спросила, звонил ли кто-нибудь. Она говорит: да, вчера поздно вечером. Позвонила одна сестра и сказала, что тебе было слово от Бога. Я сказала, просила ее, чтобы она мне прочитала. Сосуд готов, который Господь наполняет воду, дабы он был пригоден и употребляем для Господа. Тогда я запомнила только два слова: «сосуд готов». Я так обрадовалась. Я думала, что я уже скоро увижу своего Спасителя. Мы приехали в Днепропетровск, но доктора, посмотрев на меня, на мои бумаги, на заключение, на рентгеновские снимки, они отказались меня принимать. Они сказали, что нужно везти ее в Киев, операция очень сложная. Но близкие мои взбунтовались, потому что до Киева было нужно ехать еще 500 километров, а для меня дорога была слишком утомительной. 150 километров мы ехали бесконечно долго, очень часто останавливались. И они их просили: если вы дадите нам какое-то медицинское сопровождение, чтобы мы могли ехать туда, в Киев, то тогда мы поедем. Я упустила еще один момент очень важный, я вернусь назад. Когда мама пришла и говорила о той операции, я не хотела ехать, потому что у нас не было денег на эту операцию. Тогда было такое время нестабильное, нерегулярно выплачивали зарплату, и нужна была сумма 1500 гривен. На то время это была очень большая сумма. И я говорю: мам, знаешь, нету денег, а вы будете занимать, а потом я умру, и, в общем-то, вы останетесь в долгах. Я говорю: я не хочу ехать. И она рассказала мне такой момент. Говорит, когда 2 дня назад пришел Дима, брат,
и сказал, говорит, об этом диагнозе. Я, говорит, понимала, что у нас нет денег. Я направлялась в молитвенный дом. Я плакала, говорит, и только одно говорила: «Господи, помоги». Я не знала, какая будет помощь. Но когда закончилось молитвенное служение, ко мне подошел один неверующий человек и сказал: «Я хочу вам дать деньги для операции, для Светы». Он, говорит, вытащил и дал мне эти 1500 гривен. Я уткнулась ему в плечо и плакала, сказала, что мы обязательно вам вернем эти деньги, может быть, частями, может быть, не сразу, но мы обязательно отдадим. А он сказал: «Не нужно отдавать. Это во имя Господа». И знаете, когда я так рассудила в сердце своем, я согласилась на эту поездку, хотя очень было тяжело, конечно. И так вот, когда врачи отказались меня принимать, а близкие объясняли, что они не смогут меня довести, в общем-то, после некоторых переговоров они меня там оставили, и снова начались обследования, анализы, все повторялось снова и снова. Я не буду подробно на этом останавливаться, это не будет назидательно. Я хочу сказать только об одном моменте. Когда мы уезжали из Кривого Рога, и мама очень просила народ Божий молиться. Кого она успела обзвонить в других городах, в других церквях, она просила, чтобы молились, чтобы Бог явил милость. Я не просила у Бога исцеления, я не знала Божьей воли для своей жизни, я не знала Божьего определения, но я просила одного, чтобы Бог помог мне все перенести, чтобы мне не роптать, и чтобы Он явил милость. Я не знала, какой будет милость, потому что и переход в вечность — это милость для человека, который мучается в волях. И физическое здоровье исцеления — это тоже милость. И вот был профессорский обход там, в Днепропетровске. 8 человек, врачей, они стояли возле моей кровати, разговаривали о чем-то, смотрели документы, спрашивали меня, поговорили и ушли. Вернулся Дима, который был с ними, и сказал: «Света, операцию перенесли». И знаете, эти дни томительные, такими были томительными, такое ожидание. Я думала, как бы быстрее закончились эти дни, и скорее бы меня повезли на операцию, я скорее бы встретилась с Богом. Очень тяжело было. Очень тяжко было, но я старалась уповать на Бога и держаться за Его Слово, которое написано Исход 15:26. «Я Господь, целитель твой». В одну из ночей вскоре после этого профессорского обхода я пришла в себя, потому что практически я не могу сказать, что я спала, я просто провалилась в какое-то забытье, потом снова выходила из него. И вот в одну из таких ночей я почувствовала постороннее присутствие в палате. Я думала, возможно, кто-то зашел так, что я не услышала, но это была глубокая ночь, больные спали. Насколько было возможно, я смотрела комнату левым глазом, которым я еще видела. На правый глаз я потеряла зрение. Может быть, там какой-то процент оставался, но хотя он у меня не закрывался, мне казалось, что 1000 колючек там, знаете, внутри. Мне казалось, что в голове у меня что-то растет, и голова моя вот-вот расколется надвое, как орех, что что-то хочет вылезти у меня из правого уха. И когда я, будучи в таком состоянии, ощутила это постороннее присутствие в комнате, я никого не увидела, как я не пыталась увидеть. Я никого не увидела, но я услышала. Услышала слова: «Я Господь, целитель твой». Я снова провалилась в забытье. И потом через время я снова пришла в себя, и я снова услышала эти слова. И тогда я сказала: «Господи, если ты хочешь исцелить меня, да не коснется скальпель врачей моей головы». На следующий день я уже могла больше рассуждать об этом, потому что днем больше бодрствуешь. И я вспоминала эти события, которые произошли ночью. Я никому об этом не говорила, у меня не было сил. Я когда разговаривала, меня никто не слышал. Но я имела общение с Богом посредством Духа Святого. Как сегодня брат говорил о глухонемых, которые сердцем чувствовали и слышали. И вот когда я на следующий день уже рассуждала об этих событиях, я сказала: «Господи, если ты явишь на мне славу свою, я буду говорить народу твоему о великих чудесах твоих, которые происходят в наши дни». И знаете, я увидела видение, я увидела большую массу народа перед собой. Я увидела себя с микрофоном, и я поняла, что Господь оставит мне жизнь. Итак, когда приближался день операции, у меня внезапно появилась аллергия на все медикаменты, и их вынуждены были отменить, и снова перенесли операцию, потому что без этого невозможно было ее делать. И все ждали, что эта аллергия пройдет через 7 дней, через 10, через 14. Она не проходила, потому что это был уже праздник Пасхи. Знаете, я почувствовала, что это рука Божья. Просто Господь коснулся своей рукой и остановил докторов. И тогда я сказала врачу: «Я поеду домой. Вы не можете ничем меня вылечить, вы ничем не можете мне помочь, а просто лежать я могу и дома, а дома и стены лечат». Он не хотел соглашаться. Он говорил, что нужно остаться еще на один курс лечения, хотя я пролежала там уже 1.5 месяца. Я говорю: «В этом нет необходимости».
И когда он согласился, и уже приближался день выписки, завтра я должна была уезжать, а сегодня доктор пришел и сказал, мы сделаем еще один рентген. Я протестовала, потому что, говорю, вы слишком много облучали мне голову, я хочу, чтобы у меня волосы остались на голове. Он пообещал, что посмотрят быстро, и за мной приехала, знаете, такая каталка высокая, как ездит в отделении. Меня положили на эту каталку, и когда мы выехали на крыльцо корпуса, в котором я лежала, это была больница Мечникова, там очень большой больничный городок, и нужно было ехать в другой корпус. Стояла машина скорой помощи, из которой вынесли носилки и поставили так на одном уровне с каталкой, и говорят, давай, Света, перемещайся, потому что время коротко, все назначено по времени. Но как бы я ни старалась, сколько усилий я ни прилагала, я не могла перелечь на эти носилки. И тогда я сказала, пожалуйста, переложите мои ноги. Я поняла, что я не чувствую, не владею своим телом. И когда мы уже сделали этот рентген, я выехала из этой барокамеры, там такой движущийся стол, и доктор подошел ко мне, я спросила, что там, Дмитрий Витальевич? И он говорит, знаешь, Света, ничего нет. Я говорю, я же вам говорила, что Бог даст. Он говорит, слава Богу, слава Богу. Я не скажу, что в тот же момент я встала и пошла. Нет, меня увезли так же на носилках, как и привезли. Был еще длительный восстановительный период. Но Бог верный слову своему, когда Он сказал, что я твой целитель. И вы знаете, прошло время, я приехала на контрольные снимки туда, в Днепропетровск. И когда я поднялась к доктору, мама зашла впереди меня и говорит, я привезла вам больную. Он никак не отреагировал на ее появление. Но когда я появилась за ее спиной и сказала, я не больная, я выздоравливающая, слава Господу. Я научилась ходить, я научилась держать ложку, я научилась держать кружку с водой, потому что мышцы на ногах у меня были атрофированы, и когда однажды невропатолог была у меня на дому, я спросила, скажите, доктор, я буду ходить? Она не могла мне ничего ответить. Но спустя время, когда еще через год я проходила комиссию медицинскую, у меня, как я уже говорила, я потеряла частично зрение. Я проходила комиссию, потому что какое-то время мне была назначена группа. И когда я вышла от доктора, когда он посмотрел и поставил мне, сделал запись в этой карточке, и когда я посмотрела, знаете, там было написано на один глаз 100% и на другой глаз 100%. Неоднократно и после этого обследования рентгеновские показали, что у меня нет опухоли, слава Богу. Сегодня я стою перед вами, я могу ходить на своих ногах, я могу видеть и слышать, и это все благодаря всемогущей руке Божьей. Знаете, я хочу сказать тем, кто сегодня находится в трудностях, к тем, кто сегодня находится в испытаниях, те, которые сегодня ждут исцеления, уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная, Он Бог, богатый благами. Написано Псалом 30:25, мужайтесь, и да укрепляется вера ваша, все надеющиеся на Господа. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень приятно находиться на Украине. Мы приехали из Белоруссии, город Барановичи. Очень приятно находиться и видеть жаждущие сердца, которые славят Господа. Вижу горячие сердца. И я хочу процитировать место из Писания, такое записано у Даниила, ибо нет, сейчас точно скажу, другого Господа, который мог бы так спасать. У каждого человека свой путь был к спасению, и Господь когда-то кого-то через какие-то обстоятельства привел к спасению. У меня свой путь был к спасению. Я родился в семье, которые называли себя верующими, и молитва «Отче наш», знала только более-менее моя бабушка. Все спиртные напитки стояли всегда на религиозные праздники. Я вкратце хочу рассказать, что Господь являл мне свою милость, и по милости Господней я сейчас живу и стою, могу славить и благодарить Господа Бога за то, что Он сотворил. Подняли по тревоге подняли целую часть, 50 человек построили такую шеренгу, и мы начали прочесывать лес. И было два инструктора-кинолога, старший инструктор-кинолог и я, солдатик, и мы начали прочесывать. И этот лес перешел в болото. И там на Беларуси такие болота, когда нажимаешь на почву, и так волна такая пошла. И, понимаете, я оступился в болото и начал тонуть. И я понимаю, что все мои друзья, все мои служители, они ушли вперед, и я остался один на один. Я начал тонуть, начал утопать в болоте. Не за что было даже уцепиться за травинку, за какую-то веточку. И у меня была только на руках, только собака была привязана. И собака меня, взрослого парня, во всей военной амуниции, мокрого всего и тонувшего в болоте, собака меня вытянула. Я сейчас думаю, откуда у собаки силы? Я думал, случайно совпадение, эта собака такая сильная, это Господь такой сильный. Да, и аминь.
Так получилось, забрали, я там остался по контракту служить, в этой же части МВД мы охраняли, опять же, как я сказал, охраняли заключенных, нас учили к особой ненависти к этим бандитам, к этим преступникам. Я тысячу раз в голове себе рисовал картинки, как я спущу собаку, как собака будет рвать его на части, как я подбегу, расстреляю его в упор. У меня были такие мысли. Это все демоническое того мира было, висело на мне. И я вам скажу, что однажды по тревоге подняли часть, и мы ехали на Ивацевическую зону, и такая длинно выстроилась колонна. Я взял видеокамеру, и ребята говорят, засними там красивые кадры. И это, я ехал в БТРе. БТР, кто не знает, это такая машина бронированная, как танк на колесах. И я ехал, я там заснул. Что меня дернуло посреди дороги проснуться, я не знаю. Знаешь, пробудил меня Господь. Я проснулся, все в гаре, все в дыму. Милость Господа, что я проснулся, и мы с ребятами из этого горящего БТРа мы выскочили. Мы еле-еле затушили. Я сейчас сижу и думаю, Господи, чуть не сгорел, дважды отказывал парашют, дважды чуть не утонул, дважды чуть не попал под железную дорогу, чуть не попал. Господи, почему ты меня любишь? Почему ты меня любишь? Кто я такой? Я же самый грязный грешник, почему ты меня любишь? И так получилось. 2 года назад я устроился работать в тюрьму. Я сейчас действующий сотрудник МВД. Я работаю, охраняю, в тюрьме охраняю заключенных, охраняю преступников, охраняю людей, приговоренных к пожизненному заключению. Разные спецконтингенты я охраняю. Так получилось, что меня парень познакомил с верующими людьми. Я начал тогда искать Господа. Хотел, Господи, не узнать, а познать, ощутить личную встречу с Ним, с личным живым Богом. Так и получилось. К нам в тюрьму привезли человека, криминального авторитета Баранович. Он раньше когда-то очень известная личность была. Очень была известная личность в преступном мире. Он приехал. И когда его обыскивали, у нас один сотрудник, превышая должностные полномочия, стал унижать этого человека, этого преступника. Но я заметил, у него лежало Евангелие. И я понял, что за это Божье дитё Господь вступится. Сейчас это понимаю. Тогда я тоже немножко отошел, я не хотел видеть все эти конфликты. И так получилось, когда его обыскали, повели мыть на душ этого заключенного. Тот сотрудник, которого обижал, он тяжелее меня на килограмм на 30. Он падает, неожиданно для всех, он падает в эпилепсию. Он начинает трясти. И тогда он буквально пару секунд, он нормально стал разговаривать. Открывается дверь душевой, выходит тот самый преступник, которого унижали и оскорбляли. Он подходит ко мне и говорит: начальник, я за него молился. А я тогда искал, Господи, я говорю, Господи, дай мне 5 знамений за неделю, что если я пойду в церковь. Это было одно из знамений. На глаза попадались новые заветы, Евангелие, христианская литература, буклетики, журнальчики, все что угодно. И я все равно считал, там мало. Через пару дней опять этого сотрудника бросают в эпилепсию, и я один на один с ним. Я смотрю, у него пропало дыхание. Он перестал дышать. Я тогда не молился, Господи, так бы практически так часто не обращался, и молиться-то я не умел. И так получилось, что я с собой смягчил ему падение, взял его за голову, он лежал, пытался делать искусственное дыхание, это все было напрасно, лицо посинело, побледнело, пропало дыхание, искусственное дыхание не помогает, помощь не бежит. Я говорю, Господи, что делать? Я взял его за голову, поднимаю к небу глаза и говорю, Господи, и неужели в таком положении ты ему поможешь? Братья и сестры, пару секунд, он сел и стал нормально разговаривать, и я сам сел. В то воскресенье, это было 3 июля 2005 года, был День независимости Республики Беларусь. Он стал же моим личным днем независимости. Слава благодарению Господу. Начальство руководства узнали, что я хожу, посещаю евангельскую церковь. Говорит, ты мог бы пойти куда угодно, мог туда. Почему ты пошел именно к ним? Я говорю, эти люди живут по Слову Божию. Они нервно поднимают, подбегают, берет Новый Завет, подбегает такой синенький, гидеоновский, приносит, показывает, этот, говорю, да, этот. Но у нас в церкви водят бесплатно, а в других церквях оно стоило бы денег. Он, главное, иди, лишь бы твоя служба не была во вред всем. Хорошо. Они меня на всех собраниях поднимали худший, премии лишали всего. Через полгода те люди, которые меня гнали, я начал за них молиться. Как написано в Священном Писании, нужно молиться за начальство, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Я начал за них молиться. Те люди, которые меня гнали, стихни же еще руки, отправили в прошлом году меня к министру, как лучший сотрудник Брестской области. Господи, кого? Меня? 3 увольняли, Брестская, лучший сотрудник. В декабре прошлого года отправляли на конкурс по этикету и культуре общения среди сотрудников органов внутренних дел. И, Господи, кого? Меня? 1,5 года назад мат, перемат. Почему меня?
Господь в моей работе, я расскажу, что я работаю в тюрьме сотрудником, Господь являет свою великую милость. Очень много являл, я ярко хочу такое самое рассказать, что Господь вступается и по молитвам многих людей, по моим молитвам, Господь тоже совершает великую работу. И я скажу, хочу процитировать, место из Писания хочу процитировать. Место такое, что не радуйтесь тому, что вам бесы повинуются, радуйтесь тому, что ваши имена записаны в Царстве Небесном. Я благодарен, братья и сестры, что вы молитесь за Белоруссию. Я благодарен за то, что вы молитесь за пробуждение в тюрьмах, колониях. Молитесь также, братья и сестры, за власти, за милицию, чтобы они тоже познали, как познал Господа я. Пусть им все будет вечная слава. Аминь. Когда народ свой вывел с Египта Моисей, ушли от фараона израильтяне все. Бог сушей волны разделил, чтоб край желанный весть. Тот же Бог, что с Моисеем был, сегодня с нами есть. Ныне Он, тоже есть, тоже есть. Он сегодня с нами есть. Ныне Он, тоже есть, тоже есть. С Голиафом Давид на битву стал. Силач смеялся громко, Давид творца призвал. Врага сразил он с Богом сил, принес победы честь. Тот же Бог, что за Давида был, сегодня с нами есть. Ныне Он, тоже есть, тот же есть. Он сегодня с нами есть. Ныне Он, тот же есть, тот же есть. Сегодня с нами есть. Когда пред человеком не падал Даниил, то в львиный ров на гибель врагами брошен был. Но львам голодным пасть закрыл могучий Божий перст. Тот же Бог, что с Даниилом был, сегодня с нами есть. Поем вместе. Ныне Он, тот же есть, Он сегодня с нами есть. Ныне Он, тот же есть, Он сегодня с нами есть. Когда Иона Бога послушать не хотел, в китовом темном чреве 3 дня молясь сидел. Потом, смирившись в скорбный час,
понес он Божью весть. Тот же Бог, что за ионы был, сегодня с нами есть. Ныне он, тот же есть, тот же есть, он сегодня с нами есть. Ныне он, тот же есть, тот же есть, он сегодня с нами есть. Слава Богу! Слава Богу, що Він є живий, алілуя, хай Бог благословить. Присядьте. Дорогі християни, народ Божий, я хотів би разом з вами від щирого серця прославити Бога. Слава Богу! Слава Богу! До цього місця Він нам допоміг. Читаю Слово Господнє, Євангеліє від Святого Івана, 14 розділ, і читаю з 15-го вірша. Будьмо уважні до Божого Слова. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб з вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Алілуя! Читаємо ще Слово Господнє. Післання до римлян, 8 розділ, 14-го вірша. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не прийняли ви духа неволі, знов на страх, але прийняли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава Отче. Цей самий Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. І я читаю ще одне місце із Слова Божого, Післання до Коринтян, 3 розділ. 3 розділ, і читаємо 17-й вірш. Господь же то Дух, а де Дух Господній, там воля. Між відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимось всі на славу Господню, і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Господнього Духа. Друзі мої, для нас сьогодні це є справді велике свято. Ми не просто святкуємо подію, яка сталася колись, дату якусь знамену, але ми дякуємо Богові і радіє, тішиться серце наше, що П'ятидесятниця продовжується до наших днів. Слава Богу нашому! Я хотів би, щоб ми всі були уважні на місці цьому, щоб ми всі були припоясані, тому що веде працю Дух Святий. Алілуя йому! Написано про одного чоловіка, який одного разу був висланий на острів Патмос за свідоцтво Євангелії, Іоанн Богослов. І написано, що він був в духі в день воскресний і чув слова Господні. Там було служіння, не було багатьох людей. Він був сам один, але був присутній з ним Господь. І там відбувалося велике служіння. Слава Богу нашому! А нас сьогодні багато є. Як буде завтра, не знаємо. Не знаємо, що чекає завтра християн. А сьогодні ми разом на цьому місці, щоб зробити запас живої води, хліба небесного і продовжувати свій шлях, радіючи за Ісусом Христом. Я думаю, ми всі згадуємо той час, коли Бог хрестив нас Святим Духом. Це є практика нашого життя. Я ніколи не забуду цей вечір в нашому селі, коли Бог хрестив мене Святим Духом. І по сьогоднішній день я тішуся, тому що п'ю з джерела Господнього і дякую Богові. Алілуя! Я сьогодні хотів би, щоб кожен себе перевірив, хто ще не хрещений Духом Святим. Нині є добрий час, благоприємна можливість. А хто хрещений, а можливо охолодів, а можливо цей огонь перестав горіти, як ми сьогодні чули, можливо попіл присипав твій жертівник, то сьогодні на цьому місці служіння, обновлення, коли Дух Божий, він хоче наповнити твоє серце, щоб ти радів присутності Божій. Алілуя Богу нашому!
хай прославиться ім'я Господнє. І каже Господь, коли ви любите мене, то виконуєте заповіді мої. І я благаю Отця, і Він пішле вам іншого утішителя, який з вами буде перебувати повік. Духа істини, якого світ не може прийняти. Я сьогодні звертаю нашу увагу на ці слова. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А Господь каже до учнів, а ви знаєте його, бо він з вами перебуває і вас буде. Алілуя! Друзі мої, можливо, хтось сьогодні, дивлячись на життя в цьому світі тих людей, які не знають Бога, можливо, хтось заздрить, як колись Асав. Чуть не впав, похиталися його ноги, тому що позаздрив людям, отим нечестивим, беззаконним людям. Але потім війшов в святилище і зрозумів їхню дорогу, і зрозумів свою дорогу. Люди цього світу, вони мають сьогодні багато до чого доступ, правда? Правителі, князі, вони мають багато до чого доступ. І часом люди ображаються і кажуть, розкрадають, забирають, грабують і так далі. Я сьогодні не про це, але я хочу сказати, люди цього світу не мають доступу до духа істини, а ти і я маєш. Алілуя! Можливо, на цьому місці є ті люди, які не мають внутрішньої свободи. Можливо, ви втомитеся. Можливо, біля вас радіють християни, моляться сестри і брати, сповняються Духом Святим. А ви відчуваєте, тягар лежить на серці, щось не пускає молитися, щось не дає співати для Господа. На цьому місці є присутній живий Господь, який прийшов зруйнувати діла сатани. Алілуя йому! Його праця продовжується. Давайте станемо насторожі, брати і сестри. Давайте дамо місце йому. Нехай окови гріха і неправди попадають. Хай явиться слава Господня, щоб цей день став пам'ятний. Навіщо тобі томитися? Ти живеш в страху, ти живеш в неволі. Тебе диявол подавлює, і ти не маєш свободи в житті своєму. Звернися сьогодні до начальника життя. Він дихання твоє і моє тримає в своїй руці. Він скаже одне тільки слово, і сила тьми покине тебе. Ти станеш вільний, і душа твоя прославить Ісуса Христа. Алілуя! Згадується слово Боже із старого заповіту. Ізраїль вийшов з Єгипту. Така велика праця Господня звершилася. Фараон дуже довго не відпускав, тому що ця робоча сила, це ці люди, які працювали, але Бог допускав кара за карою, смиряв серце фараона, щоб показати, що він є Бог над богами, що він є Господь всемогутній. І прийшов той день, коли ізраїльський народ споживав цього пасхального анця, і ця ніч, то була ніч перемоги, вийшов ізраїльський народ. Не самі вийшли. Вийшли з своїми дітьми. Вийшли не з пустими руками, тому що Бог розположив серце тих людей, які там єгиптянок, які жертвували і віддавали своє. І вже вони вийшли. І вже вони відійшли якийсь відрізок шляху. Але що відбувається? Бачимо, серце фараона ожорсточується. Що я зробив? Навіщо відпустив тих людей? Запрягає колісниці свої, бере військо, бере те, що має ту зброю, і починає доганяти ізраїльтян. Що робити? Який вихід з положення? Попереду вода, позаду ворог доганяє, наслідує. Який вихід з положення? Але Бог сказав до Мойсея, чого вони вопіють? Скажи їм, хайди. Хай вони йдуть, а ти підніми жезл твій. І ми бачимо, що сталося. Вода розступилася. Ізраїль пішов по суху долу, а вороги загинули. Слава Богу нашому. Що я хочу сказати, так буває і сьогодні в наші дні. Люди покаялися, зробили один крок до Бога. Але фараон не дає їм спокою, доганяє їх, переслідує їх, тому що вони ще не повністю звільнилися. Є ще речі з Єгипту в їхньому житті, в їхньому серці. І вони не мають духовної волі в своєму житті. В серці. Друзі мої, ми сьогодні будемо за таких молитися. Друзі мої, хто не має духовної свободи, хто відчуває, що він залежний, піднімайте руку свою перед лицем Господнім. Ми будемо молитися перед небом. Чуєш, то для тебе служіння. Хто не має духовної свободи, хто відчуває, що йому тяжко, кого фараон переслідує, чуєш, звернися до Ісуса. Він скаже слово, перед іменем Ісуса схилиться всяке коліно небесних, земних і преісподніх. Оскільки підняти груд, друзі, люди не мають духовної свободи, не мають сили для молитви. Ми йдемо молитві до Господа.
Явиться слава Господня, и ті люди сьогодні скажуть: Ава, Отче, мій Отець, амінь, молимся. Прийшов на місце сьому і переглянув кожне серце, рема наудис, амінь. Є багато зв'язаний духом алкоголя, ременту, ай, дешкебе, амінь. Ну ось сіла моя зійшла на це місце, ангел мої зійшли для того, щоб розв'язувати ребеде глаудис, амінь, ава, Отче. І я буду це робити сьогодні на цьому місці, ава, Отче. Я буду давати свободу, я буду випускати на свободу. Так говорить Дух Святий, ава, Отче. Як потрібно тобі, народи, молитва, ава, Отче, ребеде гендескебен, ава, Отче, ремене глаудис, і май зо мною зв'язь, амінь. Ава, Отче, розрив всякі зв'язі з окультизмом, ремене глаудис, амінь, ава, Отче, ібо є пов'язаний на цьому місці духом окультизма, ремене глаудис, амінь, ава, Отче, хіба немає того, який розв'язує всякою, ава, Отче, силу духом святим, ава, Отче, і властю своєю, амінь, ава, Отче, звертайся до мене, каже Дух Святий, ава, Отче, і я буду робити над тобою роботу мою, амінь, ава, Отче, і як ти прийшов на це місце, і тобі сказали, ремене глаудис, ава, Отче, що тут обітає Господь, укусі і побачи, які є блага Господь до твого серця, амінь, ава, Отче. Подиви твій очі на Голгофу, і там прийде ізбавлення твоє, ава, Отче. І в ранах моїх ізцілення для тебе, ремене глаудис, амінь, ава, Отче. Ібо я проходжу в цьому місці, амінь, ава, Отче. І ангел мій постане в цьому місці записувати імена, ремене глаудис, амінь, ава, Отче. Для тих, хто прийдуть ко мені, збираються, амінь, ава, Отче. Для покаяння, сакрамене гейзле, амінь, ава, Отче. І буде радість, ава, Отче, в серці, і буде торжество, і пойдеш до мене, получивши велику прибіль, і будеш розв'язаний іменем моїм, говорить Господь. Амінь. Раудис. Амінь, який дулей, фарамене геудис. Гето шарабалалей, самене гету ріні, але мене геудис. Алілюя, 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 слава, слава, слава тобі. Слава тобі, Агнецю Божий. Смиряємося перед тобою, алілуя, романтус, відулей, парадис. Смиряємося перед величчю твоєю, ми дякуємо тобі, величає душа наша ім'я твоє святе, бо ти прийшов силою твоєю, ти прийшов лікувати хворі душі, і тіла слава тобі, подяка тобі, ременус, реберегей, парадис, і величеудис, алілуя, хвала тобі, Ісус, достойний, достойний. Достойний ти слави, достойний ти слави, Агнец Божий, рементус кідурей парабаралайши, во ім'я Ісуса, Дух Святий, звершай роботу твою далі, продовжуй працю твою, я прошу тебе, а Боже, реберегей у дрібі лішені, сила Божа, помазання Духа Святого, реберегей в дрібі лішені, алілуя, 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 хай приходить звільнення, хай приходить лікування твоє, хай приходить наповнення Духом Святим. Слава тобі, щоб сьогодні, Господі, не одна душа прославила ім'я Твоє. Амінь, парамана лаудис, кінтура паралауді, ременус. Ава, Отче, благословено ім'я Твоє, Ісус. Алілуя. 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 Святий, амінь. Итак, народ мой, если я повелел ветрам, амінь, ава, Отче, не делать вреда народу моему, то это время ты должен оценить, амінь, ава, Отче, потому что Дух Святой говорит тебе ныне на этом месте, и не только сегодня, а ты в сердце своем помышляешь, амінь. Время проходит,
и ничего не меняется. Амен. Ремену скребит игла увлечения. Ибо вот придут дни, аминь, Ава Отче, когда планы твои рухнут в одно мгновение, аминь. Переменится состояние и обстоятельства, и ты будешь жить воспоминаниями. Но ныне я собрал тебя, народ мой, для того, чтобы обновить силы твои не только на этом месте, но обновилось состояние твое, и ты мог выйти с этого места иным человеком, аминь, Ава Отче, дабы ухо твое было открыто, и ты мог слышать голос мой не только здесь, но постоянно в дороге дома и там, где ты будешь находиться. Ибо время Господнее приближается. Аминь. Вера ревела у дистания. Аминь. Ава Отче, как она ослабела у многих, но ныне укрепление мое подается на этом месте. Ава Отче, сила моя направлена в душе твоей. Аминь. Ава Отче, но я хочу полную развязку внутренности твоей видеть все сердце твое, полная преданность мне, говорит Господь. Аминь. Ревелечения. Ибо вот я прохожу по рядах народа сего. Аминь. Ава Отче. И осматриваю каждое сердце. И осматриваю каждую душу. Аллилуйя. Аминь. Время ревелегауды. Лечение. Аминь. Время обновления. Аминь. Ревелегауды. Ибо я делаю устройство на этом месте. Аминь. Фагелевелайся. Ищи лица моего. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Раменус. Продолжи працу твою. Аллилуйя. Мы славим тебя за твою перемогу, Господи. Мы славим тебя за тих людей, які вже получили милість від тебе. Аллилуйя. Слава тобі. Я прошу, продовжи роботу твою. Ава Отче, Раменус, Кітурей, Параудис. Продовжи роботу твою, Господи. Хай виходять змучені на свободу. Хай блудні сини і дочки вертаються в дім батька свого. Аллилуйя. Боскі дурені, Рамамуш, во ім'я Господа, хай буде твоя сторожа на місці цьому. І праця твоя продовжиться. Те, що маєш сказати, Господи, скажи. Що маєш возвістити, возвісти народові твоєму ще. Роби роботу твою. Імені твоєму дай славу. Ти достойний її. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Слава Богу! Это от Бога, что я могу засвидетельствовать о Боге живым. Аллилуйя! Это великая милость Божия. И в последнее время, как написано в Священном Писании, что это сбудется. Все племена, языки и колена будут славить Иисуса и признают Его за Бога. Я благодарю Бога за эту нацию. Я благодарен Богу, что я родился в этой нации. Я благодарен Богу, что я не родился французом, американцем или другой нации. Я благодарен Богу, что я не сын министра или царя. Но я благодарен Богу за мое состояние и за таким, что я родился. Это именно прежде создания было в плане Божьем, чтобы я уверовал. Когда я уверовал, конечно, жена, близкие мои не понимали меня. Даже отец в таком отказе, ты мне больше не сын. Но это было ко благу. Братья и сестры, это разделение Христа, Отца с Сыном. Слава Господу! И не прошло много времени, Бог коснулся жены. Она уверовала, она член церкви. Бог подарил 6 детей. Бог коснулся матери моей тещи, не члены церкви. Бог коснулся и отца на 9-й год. Аллилуйя! Это милость Божия. Спасется один и весь дом. Аллилуйя! Это милость Божия. Бога живого! Аллилуйя! Почему я говорю про нации? Именно в Божьем плане было, чтобы я родился, чтобы мне проповедовать на родном языке, чтобы многие уверовали, покаялись, именно чтобы Иисус Христос, кровью, которой есть сила в крови Иисуса Христа, освобождала многих от оккультизма, от зависимости наркотиков и пьянствования. Многие сегодня проповедуют в силе Духа. Аллилуйя! Из цыган. Из многих наций. Бог открылся именно из-за милости язычникам. Мы все до уверования язычники, кроме евреев. Слава Богу! Этот Бог на холме высоком, на краю села. По-цыгански співаешь. Все. Там живут цыгане в таборах дома. И поют цыгане в радости видеть.
по-цыгански песню о Христе. И поют цыгане в радости и беде, песню по-цыгански песню о Христе. А шунен ломяли дянду Иисус Христос, то милес потянлес, и то милес мукен. Дискерели ходя, и ты делу Иисус, а ту мика на чере, содилашу Иисус. Дискерели ходя, и ты делу Иисус, а ту мика на чере, содилашу Иисус. Да благословит Бог братьев, всех вас. Слава Иисусу. Я просто на русском, на понятном языке пел для того, чтобы было доступно всем. Слава Господу. Слава Богу. Ennen kuin jaamme sen Jumalan sana, joka on sydämelläni. Пока поделюсь тем местом из Священного Писания, которое лежит на сердце у меня. Niin haluan lyhyesti todistaa siitä Herrasta. Я хотел коротенько свидетельствовать о том Господе, joka on kutsunut ja valinnut minut, который меня призвал и избрал, armosta pelastanut, спас по милости своей, ja kutsunut tähän tehtävään, и призвал и ставил на это служение. Olen uskovan perheen lapsi, я сын верующей семьи. Minulla oli hyvät vanhemmat. И я имел очень хорошие верующие родители. Hyvä isä, hyvä äiti. Очень хороший отец и очень хорошая мама. Rukoileva perhe. Молящая, верующая, истинно верующая семья. Ja enkä koskaan unohda niitä öitä. Я никогда не забуду тех ночей. Jolloin äiti huuti Jeesuksen puoleen. Когда мама в исполненной от Духа Святого, она вопияла перед Господом. Ja hänellä oli yksi rukous ylitse kaiken. И она имела одну молитву выше других молитв. Tee minun pojista, tee minun tyttäristä sinua omia. Иисус, сделай, чтобы мои сыновья и дочери, они все принадлежили к тебе. Kutsu heidät lähetystyöhön, lähetä heidät kentälle. Господь Иисус, призови их на твой труд, пошли их на миссионерское поле. Ja joskus äiti yökausia rukoili. Иногда я помню, мама иногда ночами, целыми ночами молилась. Ja Jumala henki täytti häntä. И Дух Святой исполняла ее. Ja hän sai tämmöstä profetaalista sanaa. И она тоже, Господь, открыла пророческое слово. Ja hän puhui hyvin selvästi kirkkaalla äänellä. И она очень таким гласным голосом молилась и возвестила Божьи тайны. Ja joskus hän puhui siitä. Иногда она говорила о том. Pyhä henki puhui hänen kauttaan. Дух Святой через нее говорил. Millaisen ajan keskellä me elämme. Среди которого, какого времени мы живем. Ja sieltä tuli tämmöisiä sanoja. И были, например, такие слова. Pian tulee yö. Скоро настанет ночь. Ja kukaan ei voi työtä. И никто не может трудиться больше. Никого, куда päivä. Пока есть день. Meidän tulee työtä tehdä. Мы должны трудиться. Spille pian tulee yö. Потому что скоро станет ночь. Ja kukaan ei voi enää työtä tehdä. И тогда никто больше не может трудиться. Ja mä en koskaan unohda niitä hetkiä. Я никогда не забуду тех моментов. Mutta kun olin itse 12-vuotias. Но когда мне лично было 12 лет. Ja tuli seurakunnan kokoukseen. Я очередной раз был на церковном служении в доме молитвы. Niin siellä tuli Jumalan palvelija tälle paikalle. На это место за кафедрой встал служитель Божий. Ja hän sanoi näin, että. И он сказал такие слова. Tässä tilaisuudessa. Что я получил это от Господа. Такие слова, что в этом служении. On eräs uskovaisen perheen lapsi. Есть один сын верующей семьи. Joka tulee menemään hyvin alas. Который еще падает очень низко своей жизни. Ja mä katselin ympärille. Я смотрел вокруг себя. Ajattelin, että kuka se on. Я думал, а кто же это такой? Et minä sen ainakaan ole. Это ни в коем случае не я, кому адресованы эти слова. Mutta siinä oli tämmöinen sana myös. Но в этом пророчестве было такое содержание примерно. Et ellei tässä tilaisuudessa tee parannusta. Что если этот мальчик не покается именно в этом служении. Ellei juuri tänä iltana nöyry Jumalan edessä. Если он именно сегодня вечером не кается и раскается перед живым Богом. Hän tulee menemään hyvin alas. То он падает еще очень низко своей жизни. Ja vain äidin ja isän esiin rukouksen kautta. По ходатайственным молитвам отца и матери. Hän tulee takaisin. Он вернется. Ja sen tilaisuuden jälkeen. И после того служения. Minun sydämeni sulkeutui. Мое сердце из-за
и каким-то образом оно закрылось. Ja tulin menimme kotiin. И мы пошли домой всей семьей. Ja olin 12 vuotias. И я помню, мне было ровно 12 лет тогда. Ja sanoin isälle näin. Я сказал отцу так. En enää halua mennä kokouksiin. Что, отец, я больше не хочу пойти на ваши собрания. En enää halua tulla rukoushuoneelle. Я больше не хочу пойти туда, в дом молитвы. Ja isä sanoi näin. И я помню всегда, как отец ответил на это так. Me emme tule sinua pakoittamaan. Хорошо, Юха, мы не будем силою заставлять тебе это делать. Mutta muista aina. Но помни всегда. Me tulemme rukoilemaan sinun puolesta. Мы будем молиться за тебя. Me tulemme rukoilemaan sinun puolesta. Мы будем всегда молиться за тебя. Ja kun sinä kerran palajat. И когда ты однажды вернешься. Kun sinä palat, niin kuin tuhlaaja poika. Когда ты однажды будешь вернуться как блудный сын. Не muista silloin. Помни тогда. Antaa kaikki kunnia yksi Jumalalle. Чтобы ты тогда воздал всю славу одному Богу. Sinä olet kuin tuhlaaja poika. Потому что ты будешь как блудным сыном. Mutta sinä kerran palajat. Но я знаю моего Господа, сказал отец, ты будешь возвращаться еще. 16 vuotta meni aikaa. И прошло долгие 16 лет. Meni monenlaisia vaiheita, kävin läpi я elämässä. Пережил очень многое и разное в своей жизни. Tein bisnestä ja hankin lentolupakirja ja niin edelleen. Занимался бизнесом, стал пилотом и так далее. Mutta pikkuhiljaa elämä luissui syvään alamäkeen. Но потихоньку моя жизнь, она круто вниз пошла. Ja 16 vuotta myöhemmin. И спустя 16 лет. Olen Rio de Janeiron huumeslummissa. После того пророчества я нашел себя в Бразилии, в городе Рио де Жанейро и там в наркогетто. Ja kävelen semmoista jyrkkää mäkeä alas. И был один определенный вечер там, и я спустился вниз по крутой дороге. Melkein alaston mies tulee mua vastaan. И такой человек, мужчина, практически без одежды, шел навстречу ко мне. Ja hän huutaa kovalla äänellä. И он был одет в одних шортах. И он очень таким громким, страшным голосом кричал. Täällä sä olet turvassa. Здесь тебе безопасно. Mä olen odottanut sua täällä. Я ждал тебя здесь. Ja mä ajattelin, mistä tää mies tietää, että mä olen karkumatkalla. И я думал, откуда же этот человек знает, что я спрячусь сейчас от всех людей, от полиции и так далее. Että mä olen karkumatkalla, ei vai poliiseja. Что я спрячусь не только от полиции. Vaan elävää Jumala. А на самом деле я спрятался от живого Бога. Olen karkumatkalla. Я спрячусь от живого Бога. Ja kun tämä mies tulee lähemmäksi, и когда этот человек еще ближе подошел ко мне, ja hänen rintansa näin tatuoidun merkin, я видел, что у него здесь на груди была большая татуировка. Ja sinetön elämänsä сатанан палвояксi. И с этой татуировкой он сообщил, что он посвятил свою жизнь сатане. Mä yritän juosta karkuun. А я хотел повернуться и уходить. Mutta mä en enää pääse. Но я уже чувствую, я скованный, я никуда не могу двигаться. Silloin minä tiesin. Тогда я знал. Это Jeesus kerran sanoi. Что это истина, те слова Иисуса, которые он однажды сказал. Jokainen, joka tekee syntiä, каждый, делающий грех, on synnin orja. Он раб греха. Se kaikki alkoi pienestä. И видите, в моей жизни все начинало совсем маленького. Pieniä valheita. Какие-то маленькие неправды были. Seurakunnassa syyttelyä ja sormella osoittelua. В детстве я уже, в детском возрасте, я уже в церкви упрекала и критиковала, осуждала других братьев. Братьев и служителей. Arvosteli Jumalan palvelijoita. Я там смотрел на проповедников и стал критиковать и осуждать их. Ja minun sydämeni kovettui. И из-за этого мое сердце потихоньку ожесточалось. 16 vuotta myöhemmin. А спустя 16 лет. Tämä satanisti tulee mua vastaan. Я дошел до такой степени, что я прямо встретился служителем сатаны. Ja kun hän ojentaa minulle käden. Получается самим дьяволом. И когда он простер руку ко мне, чтобы здоров с ним. Meidän kädet melkein koskettaa toisiaan. И наши руки еле-еле не прикоснулись друг к другу. Ja samalla mä kuulen äänen. То Господь этого не допускал, а вдруг я слышал голос. Joka on täynnä rakkautta. И этот голос сошел уже из неба. Он был полон любви. Täynnä armoa. Он был полон благодати. Täynnä voimaa. Полон силы. Ja tämä ääni sanoo. И этот голос гласил. Tällainen ressuskovaisen perheen lapsi. Вот напомнил мне те слова пророчества, что в этом зале есть сын верующей семьи.
который будет падать очень низко своей жизни. Но он возвращается. Господь его возвращает. И так оно получилось моей жизни. Прямо в тот момент, когда я так близко был, чтобы пожимать даже рукой с дьяволом. Потом я узнал, что именно в ту ночь мои родители, мама и папа, они дома молились. Папа вопиял перед Господом Иисусом. Он вопиял и сказал: Иисус, ты знаешь, я не знаю, но ты знаешь, где мой сын. Господь, находи его. И я в тот момент, находясь там в наркогетто, я поднял свои руки к небу. Я уже сдался перед Господом. Я сказал Иисусу: Иисус, это был все-таки я. Этот мальчик был все-таки я. Это не кто из других детей, а все-таки он был я. И я все-таки, по милости Божией, нашел выход из этого страшного места. И по милости Божией, он даровал мне покаяние. Он подарил мне новую жизнь. Он очистил меня святой кровью своей. Я освободил от власти и от рабства греха. Поэтому я хочу вам сказать, братья и сестры, отцы и матери, молитесь за своих детей. Никогда не сдавайтесь. Ибо Бог, Он верный Бог. Потому что по милости Божией настанет тот день и твоей жизни, что блудный сын или блудная дочь, она возвращается домой. Может быть, пройдет долгое время. Может быть, Господь допускает им пройти через мрачных долин. Но наш Бог, Он Бог сильный. В крови Иисуса Христа есть и сегодня сила. Он и сегодня освобождает, исцеляет и спасает. И после моего рождения свыше, Бог спустя полгода того дня, после того дня, Он меня крестил Духом Святым. И Бог по великой милости, Он меня возвратил в то призвание, к чему Он меня призвал уже в детстве. Сегодня я явно чувствую, что может быть, что я на этом месте перед вами стою последний раз или последние разы. Потому что если Бог дать, мы скоро едем на ту Ниву. Когда Бог нас призвал, Господь нас призвал ту Ниву Божию, чтобы мы там проповедовали Евангелие. Но везде наш Господь Духом Святым возвещает: торопись, 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 ибо скоро будет ночь, и никто не может больше трудиться. Скоро будет ночь, и никто не может трудиться. В прошлом году Иисус, Господь, призвал мою маму домой на небеса. Я тогда находился в России на том миссионерском поле, куда Господь призвал. И я даже не поехал в Финляндию на похороны мамы. Потому что мама всю свою жизнь она молилась. Это пайка юлистава калимия. Ее сын проповедовал Евангелие. Она пошла к Иисусу. Я Иисус кули она рукой. Иисус по-настоящему ответил на ее молитву. Поэтому отцы и матери, молитесь, нуждайтесь перед Богом за своих детей. Молитесь за блудные сыновья, за блудные дочери, чтобы вам и видеть, как Господь сам их возвращает домой. Молитесь, ибо времени осталось чуть-чуть.
Raamattu sanoo näin. Biblia говорит так. Aamoksen kirjassa. В книге пророка Амоса. 8. luvussa. 8 главе. Ja 11. jae. Ja 11. stih. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. En leivän nälkä, enkä veden janoa. Ни голод хлеба, ни жажду воды. Vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Но жажду слышания слов Господних. Silloin he hoipuvat merestä mereen. И будут ходить от моря до моря. Pohjoisesta itään. И скитаться от севера к востоку. He sammuvat itseään Herran sanaa, mutta eivät löydä. Ища слово Господня, и не найдут его. Herra sanoo. Господь говорит. Päivät tulevat. Что наступают дни. Jolloin he etsivät. Когда они ищут. Jolloin he janoavat. Когда они жаждуют. Elävä Jumalan sana. Лишь бы слышать слово от живого, живое слово от живого Бога. Etsivät Herran sanaa. Народ ищет слово от Господа. Mutta eivät löydä. И не находят. Miksi eivät löydä? А почему они не находят? Koska varastot, jotka tulisi olla viljaa täynnä. Потому что те хранилища, которые должны быть переполнены от хлеба, слова Божьего, ovat tyhjentyneet. Они опустелись. Ovat tyhjentyneet varastot. Они опустошены. Veljet ja sisaret. Братья и сестры. Kaikkialla näemme tätä nälkää tänä päivänä. Мы везде видим и слышим об этом голоде сегодня. Jumalan seurakunta. Церковь Божья. Jumalan pyhän hengen temppelit. Храмы Духа Божьего. Jumalan temppelit ja palvelijat. Храмы Духа Божьего и служители Божьи. Joiden tulisi olla näitä viljavarastoja. Которые должны быть этими хранилищами Божьего хлеба. Ovat tyhjentyneet. Они сегодня в опустошении. Ovat tyhjentyneet. Они опустошались. Jumala itse sanoo. Сам Бог говорит, päivät tulevat, что наступают дни, jolloin minä lähetän nälän, когда я пошлю голод. Minä lähetän sanojen kuulemisen nälän. Я пошлю голод по слышание слова Божьего. Ja minun kansani etsii, mutta ei löydä. Мой народ ищет, но не найдет. Mutta minä sanon, veljet ja sisaret, я скажу вам, братья и сестры, aivan samalla tavalla, так же одинаково, kuin Jaakobin huoneessa, как в доме Якова. Siellä oli valtava nälkä. В доме Якова среди израильского народа там был великий голод. Якобила ли пойка? Но Яков имел одного сына. Йока нимели Йосеф. Его звали Йосиф. Я там Йосеф кувалапуна ям Йосеф саурекунта. И он является Йосиф и является прообразом церкви последних времен. Йосеф яна саурекунта. Церковь остаток церкви Йосифа. Эрана пайвана. В один день. Яков куле. Яков услышал, это Египтиса вилья, что в Египте там есть хлеб. Ja hänellä poikansa menevät Egyptiin. И он отправил оставшие своих сыновей в Египет за хлебом. Ja hyvin pian paljastuu. И очень скоро открылось. Yes, Joosef sanoo veljilleen. Йосиф открылся своим братьям. Itkien hän sanoo. Он со слезами сказал своим братьям. Jumala lähetti minut tänne. Что вы не печальтесь, этот Бог, который меня послал вперед вас сюда. Minä olen Йосиф. Я же Йосиф. Minä olen kerännyt teille viljaa. Я же, находясь здесь, собрал для вас хлеб. Minä olen kerännyt teitä viljaa sitä aikaa varten. Я же собирал хлеб для тех времен. Joka tulee koko maan piirin ylitse. Которые наступают во всему миру. Veljet ja sisaret. Братья и сестры. Nyt se aika on tullut. Сейчас это время уже есть. Missä olet, Йосиф? А где вы, Йосиф? Missä olet sinä, Jannes? Где ты, Божий остаток? Joka kerää viljaa varastoihin, который сегодня собирает хлеб на свои хранилища, joka täyttää viljaa varastoja, который наполняет свои хранилища, кладовки, kun Jaakob kulkee omaa tietänsä, хлебом, когда Яков находился на своем пути, Jaakobin tulee eräänä päivänä nälkä, он в один день стал голодать, ja Jumala itse sanoi, а Бог сам сказал, minä lähetin Joosefin edeltä, я сам, это не вы послали и продали Йосифа, а это я, кто послал Йосифа вперед вас. Йосифилла он вилья. И он позаботился о вас. Он имеет сегодня хлеба. Муиста айна. Помни всегда. Йосифилла он вилья варастот. Что у Йосифа, у него есть хранилище хлеба. Йосифилла он вилья сина пайвана. Этот именно Йосиф, кто имеет хлеб в тот день.
kaikki etsivät sanaa, когда все остальные ищут слово, ja mistä ne mennä löytyä, они где не могут вроде бы найти. Raamattu sanoo näin. Библия говорит так. Jeremian kirjassa. Книге пророка Иеремии. 23 luku. 23 глава. Luemme sieltä. Там прочитаем. Ota se 23. Näin sanoo Herra Sebaot. 16. Так говорит Господь Заваоф. Älkää kuulko profeettain sanoja, joiden teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. He hokevat minun halveksijoilleni. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Herra on sanonut. Господь сказал. Teillä on oleva rauha. Мир будет у вас. Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят. Ei teitä kohtaa onnettomuus. Не придет на вас беда. Mutta kuka? Ибо кто? Он seisonut Herran neuvottelussa. Ибо кто стоял в совете с Господа? Ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa. И видел и слышал слово его. Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? Кто внимал слову его и услышал? Ja kuuntele nyt. И послушай сейчас внимательно. Kuuntele Ukrainan seurakunta. Послушай церковь Украины. Katso Herran myrsky kiivastus puhkeaa. Вот идет буря Господня с яростью. Pyöre myrsky vyörii kohti jumalattomien päätä. Буря грозная и падет на главу нечестивых. Eikä Herran viha asetu. Гнев Господа не отвратится. Ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämessä aivoitukset. Доколе он не совершит и доколе не выполнит намерение сердца своего. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään. Последующие дни вы ясно уразумеете это. Minä en ole lähettänyt noita profeettoja. Я не посылал пророков этих. Mutta silti he juoksevat. А они сами побежали. Minä en ole puhunut heille. Я не говорил им. Mutta kuitenkin he ennustavat. А они пророчествовали. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussa. Если бы они стояли в моем совете. Niin he julistavat. Стаисиват мину канцале мину санани. То объявляли бы народу моему слова мои. Я кантаисиват хейдат поис пахольта тейлта. И отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Вельет я сисарет Христуксесса. Братья и сестры во Христе Иисусе. Энне куй ме арваме кан. Пока мы даже понимаем и... Сури пюэре мирски пухкеа. Будет, идет великая буря от Господа. Туле селлайнен пимеус улице коко маан пир. Будет такая великая тьма над всей землей. Tulee sellainen nälkä, будет такой голод, jota koskaan ennen ei ole nähty, которого никогда раньше не видали. Mutta Jumalalla on jäänyt seurakunta. Но Бог и тогда имеет у себя церковь, остаток. Jäänyt Joosef seurakunta. Церковь, остаток, подобно Иосифу. Kuka on seissut Herran neuvottelussa? Именно те души и сердца, которые находились в совете с Господом. Jolla on sana Jumala. Которые имеют верное слово от престола Божьего. Sana, joka kääntää kansan kohtalon. Слово, при помощи которым они отводят народ от злых путей их и переменяют их судьбу. Malakia kirjassa sanotaan näin. В книге Малахи записано так. Katso, minä lähetän sanan saattajani. Вот я посылаю ангела моего, вестника своего. Hän on valmistava tie minun eteeni. И он приготовит путь передо мною. Mutta profeeta kautta kysytään. Но через пророка задается очень такой серьезный вопрос. Kuka kestää hänen tulemisensa päivän? И кто выдержит день пришествия его? Kuka voi seistä hänen edessään? И кто устоит, когда он явится? Kun hän on kuin kultasepän tuli. Ибо он как огонь распавляющий. Kun hän koettelee jokaisen rakennuksen. Когда он по-любому испытает каждое духовное строение. Kuka voi kestää hänen tulemuksensa päivän? Кто выдержит в день пришествия его? Jeremia kautta tuli sana. Через пророка Иеремия пришло слово. Liian paljon olkia. Что слишком много соломы. Mitä tekevät oljet hyvien seassa? Что делать солома среди зерен? Kerran kaikki oljet palavat. Однажды по-любому все солома, они сгорают. Kerran jokainen rakennus tulee koettelemaan. По-любому каждое строение, оно будет испытано. Jumala itse lupaa. Бог сам обещает. Hän vie todelliset leivinpojat tuleen. Что сыны
Левина, он приводит в огонь. Я пуриста Леви, поятья тюттелец. И он очищает сынов и дочерей Левина. Сына Йоколет Йосеф и Дианоста. Ты, который относишься к остатку Йосифа. Йоколет Селутку и Нелиан Хенген. Ты как будто имеешь внутри себя духа Илии. Йолеонику Йоанес Кастая Сынан. Ты имеешь сердце Иоанна Крестителя. Сына Тулатнеке Мампаевот. Именно ты будешь таким человеком. Ты увидишь все дни. Йоланел какой так уголи мапили. Когда голод поступает по всей земле. Мутасилайки Юмара Марьянос. И тогда Бог имеет у себя остатка. Йокрансай Сутерра Мелвутелусса. Который находился в совете с Господом. Йокакуле Саравалта Исту и Мелта. Который слышит и распознает, когда слово идет от престола Божьего. Йокакета Канса Котолон. И может этим словом переменять судьбу народа. Пия Бухке Амирске. Скоро наступает буря. Пия Тулепимес. Скоро будет тьма. Мутакайка Сенкескала. Среди всей этой тьмой. Эрна Сеуна Кунанилла Лепале Кирка Удеца. Над церковью Божию почивает его слава. Сама Лайка и Сести. Но одновременно. Кума Пири Пейта Пимес. Когда над землей почивает великая тьма. Ена Сеуна Кунанилла Рюмала Кирка Удеца. Тогда, хотя над всей землей есть тьма, но над церковью Божию, над Божьим остатком почивает слава Господь. Сентаре пуристауру. И поэтому очищайся. Мэритаица тиумала нереса. Теряйся перед Богом. Я те паранус. И покайся. Палаэрра тика. Вернись к Господу. Палаэрра невотелун. Вернись и стой в совете с Господом. Кукавой сейса эрра невотелуса. Кто устоит в совете с Господом? Генелал сара херралта. Кто имеет слово от Господа? Дама профето и стаенус и тусана. Это слово, которое записано в пророках. Эй пуху ваниста йотка профетоиват. Это вот то слово, которое отнеслось к пророкам здесь. Это не только имеется в виду пророчество. Ваше таркой тан именно масти сана юлиста я сатая. Здесь имеется шире всех служителей Божьи, которые говорят слово Божье. Мита теке ватолиет ювиен сеаса. Что, зачем там среди солом зерна? Пиен пухке амирске. Скоро наступает буря. Пиен туле Украина нюле мирске. Скоро будет над Украиной, над Украиной буря. Мута сама найка и сести. Одновременно над церковью Господа Иисуса Христа почивает слава Его. И во Его царство оно приближается. И Иисус лупа. И Иисус обещает. Он заберет отсюда прославленную церковь. Прославленную церковь без пятна и без порока. Без ничего подобного. Брат мой, сестра моя во Христе, очищайся, вернись к Господу, вернись и стой в совете с Господом, и наполняй твое хранилище от хлеба Божьего, наполняй твое хранилище, пока будет слишком поздно, ибо дом Якова будет искать хлеба, а Йосефа Господь послал вперед. Аминь. Помолимся. Come on, 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 come on
Отец, мы молимся во имя Иисуса Христа. Небесный Отец, мы просим во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил церковь на Украине. Чтобы Ты благословил церковь Твою, верного остатка здесь. Отец, мы молимся во имя Иисуса, чтобы Ты нашел остаток Иосифа, который наполнял свои хранилища от Божьего хлеба. Чтобы Ты нашел те светильники, которые сегодня горят от Твоего света. Чтобы Ты также нашел те сосуды, которые сегодня наполнены от елея Твоего. Ибо многие сосуды опустошений. Мы просим сегодня, Отец, во имя Иисуса. Господь, помилуй сегодня Твоей церкви, чтобы она могла возвратиться и иметь совет с Тобою. Заплатить цену за это. Вернуться к Твоему лицу. Где Ты будешь им говорить. И Ты будешь благословлять Словом Твоим. И Ты открываешь путь, Господь. Путь, как же пройти через тьму. Ты одеваешь служителей Твоих силою свыше, Господь. Одеваешь церковь Твою силою и славою Твоей. Чтобы церковь в Украине опять была посылающей миссионерской церковью. Чтобы она еще больше и больше могла послать миссионеров, последних тружеников на Ниву Божью. Последних тружеников на Ниву и на жатву Божью. Господь, призови тружеников. Вооружи их, Господь. Благословляй их. Господь, даруй им, чтобы они были наполнены от хлеба Твоего. Чтобы они были наполнены от Тебя, Господь. От славы Твоей, Господь. Иисус, мы просим за это, Господь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Одни налево, другие направо падут пред Ним. Богом святым, 2000 лет уже пролетели, жизнь на планете, за которым идет. А ты все мечтаешь, судьбу не решаешь, вдруг опоздаешь, время не ждет.
Совсем опоздать. Дай руку Иисусу, как лучшему другу. С ним безопасно по жизни шагать. Скоро, скоро, скоро во славе он придет. С севера, юга, восхода, заката всех соберет. Дорогое собрание, я сегодня благодарю Бога и хочу сказать вместе с вами слава нашему Богу. Слава. Когда я увидел ваши поднятые руки, что вы еще не устали, то я был сильно удивлен вашему терпению. Я думал так, думаю, в Германии, наверное, этого не прошло. 3 часа стоять под солнцем, никаких лавочек, без воды. До вас люди не ходят, не доходит туда вода. Без воды. И еще говорят, мы хотим слушать и продолжаем слушать. Но это, конечно, великая милость и слава Божья. И я представил себе, какая будет радость там на том стеклянном море, где написано в 15 главе Откровения, что будут петь новую песню Агнца и песнь Моисея. Там будут победители, которые будут прославлять имя Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Слава Иисусу Христу, который дает нам такое благоприятное и чудное время. Кто бы из нас мог думать 15 или 18 лет назад такие служения проводить? Но Бог Духом Святым заранее сказал, что придет время свободы. И, конечно, мы ее не представляли, как она будет. А вот так, как сегодня. Я, конечно, первый раз стою перед такой массой народа. Я не знаю, сколько здесь тысяч собрано народа, но я знаю, что здесь находится Иисус Христос. И мне представляется, что как эта лестница, которая когда-то была у Якова, соединена с небом, и ангелы сходили вверх и вниз, так и сегодня здесь пребывает Дух Святой. И наш Иисус Христос, Он любит вас безмерно. Он умер на Голгофе. Он сказал, совершилось. И как каждого человека положил эту драгоценную цену, цену своей крови. И сегодня всякий может приходить и пить воду жизни даром. Я буду читать одно место из Священного Писания, которое всем нам очень знакомо, но оно всегда дорого нам, когда мы обращаем на него особое внимание. Это Иоанна 4 глава. С 5 стиха. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодеца. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ,
если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Слава нашему Богу! Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Кто сегодня попробовал этой живительной воды? Поднимите свою руку. Слава нашему Иисусу Христу. А может быть, есть здесь души, которые еще ходят в этом мире, томятся и мучаются. Может, тебя какой-то родственник или отец или мать позвали на это служение. Обрати внимание, Иисус Христос сегодня продолжает раздавать эту живую воду каждому жаждущему сердцу. Однажды один молодой, любознательный юноша захотел посетить дальнюю страну. И для этого нужно было ему с одного континента на другой переплывать на корабле. И он знал, что этот билет будет очень дорого стоить. Он начал копить деньги для того, чтобы купить как можно дешевле билет и попасть в другую страну, для того, чтобы полюбоваться ею. И вот, когда он все это устроил и сделал, и уже сидел в корабле, он заранее сделал себе запас пищи. Он приготовил себе хлеба, всего нужного, но корабль плывет очень долго. И вот он там, находясь на этом корабле, каждый день раскрывал свою сумку и доставал оттуда свои пожитки, свою еду и кушал. И смотрел с большой жадностью на людей, которые в ресторане наслаждались пищей, прекрасными напитками. И каждый раз думал, почему я там не могу находиться. И вот однажды один человек, увидев его, подошел к нему и говорит, слушай, а почему ты сидишь здесь и кушаешь свои сухари? Они уже были жесткие, время идет. И говорит, покажи мне свой билет. И он показывает ему билет и говорит, юноша, да ты ж глупый, у тебя такая же есть возможность, здесь помечено в этом билете, сидеть вместе с нами в ресторане и каждый день кушать свежую пищу. И когда он это услышал, вот, говорит, как жалко, я этого не знал. Забросил свою сумку и пошел в ресторан. И когда я услышал этот пример, я подумал в своей жизни, сколько есть сегодня людей, которые томятся и мучаются в своей жизни. Тебя дьявол водит по помойкам этого мира, и ты не можешь найти покоя и утешения, когда столько тысяч народа радуется в имени Иисуса Христа. Как та женщина, которой сказал Христос, я дам воду, и больше ты жаждать не будешь. Она сразу не поняла тоже. Она стала спорить, она стала обвинять Христа. Она хотела что-то свое доказать, но Христос остался на своем. Он открыл сердце этой женщины, и она после поняла, какое приобретение в имени Иисуса Христа. И поэтому, дорогая душа, беги сегодня к Господу. Сегодня будет еще раз призыв здесь, и ты напьешься этой живительной воды. Ты познаешь, что такое Иисус Христос. Ты сможешь так же радоваться в Нем, как я сегодня радуюсь. На протяжении многих лет я могу сегодня в имени Иисуса Христа получать это утешение. И где бы мы в какой стране ни находились, человеку нужен Бог. Нужна живая вода. Аллилуйя! Слава нашему Богу! И поэтому да благословит вас Бог, чтобы такие служения продолжались, чтобы Украина каялась и обращалась к Богу, чтобы эта живительная вода могла многими душами еще быть использована в жизни. Аминь. Thank you.
Україно моя, моя любая ненько, гірку долю твою вкарбували віки, Божа ласка не раз була зовсім близенько, але ти не просила, не тягла своєї руки, але ти не бажала творцеві вклонитись, відвертала від Господа горде чоло, не навчала дітей своїх Богу молитись, не шукала Христа і спасіння Його. Ненько люба моя, як скоріше покайся, до небес підійми, свої очі мерщі, до Спасителя знову негайно вертайся, і коліна схили перед Богом свої. Ненько люба моя, як скоріше покайся, до небес підійми свої очі мерщі, до Спасителя свого негайно вертайся, і коліна схили перед Богом своїм. Ти зазнала наруги, терпіла сваволю, чужинці потоптали могили дідів, твоїх дочок не раз забирали в неволю, і печальні пісні замовкали без слів. Українська земля щедро зрошена кров'ю багатьох убієнних Господніх дітей. Я до рідного краю палаю любов'ю і за нього молюся, Спасителю знов. Ненько люба моя, як скоріше покайся, до небес підійми свої очі мерщі, до Спасителя свого негайно вертайся, і коліна схили перед Богом свої. Ненько люба моя, як скоріше покайся, до небес підійми свої очі мерщі, до Спасителя свого негайно вертайся, і коліна схили перед Богом. Коліна схили перед Богом своїм.
нашему Господу. Милость Его продолжается над нами. Как-то написано в Слове Божьем, апостол Павел так сказал: «Я фарисей, сын фарисея». Я даже так не могу сказать. Потому что я был майором. 15 лет назад я уже на пенсии. 15 лет назад я ушел на пенсию по выслуге лет. И я был тоже сыном майора. Мой отец был, служил в органах. Он до этого служил в органах безопасности. Затем в органах внутренних дел. Я служил в ракетных войсках. Был на комсомольской работе, на политработе, на партийной работе, освобожденным работником. Проповедовал марксизм-ленинизм для своих подчиненных офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов. И думал, вроде бы все нормально. Думал, стена, как стена в Иерусалиме и Пронеемию, которая упоминается в Слове Божьем, крепка, и все будет нормально. Но однажды, когда я служил еще на Дальнем Востоке, все быстро разрушилось. И разрушилось, видимо, не просто так, а по воле Божией. В детстве мать говорила, что за меня молится. Но и мне просто было тогда смешно. Что может ее молитва, думал я. Но оказалось совсем непросто. 85-й год. Уже были у меня изменения в моей жизни. А к 88-му году мое состояние здоровья было такое, что я так задыхался, что у меня уже было такое чувство, что я близок был к смерти. Я отлежал в госпитале 2 месяца весной, лето прошло, 2 месяца осенью. Я видел, что улучшения нет, а состояние мое ухудшается. Я написал такой рапорт, что прошу меня освободить из госпиталя на мою ответственность. И пришел домой в квартиру в военном городке в Амурской области, в тайге, это военный городок был. Никого не было в квартире. Я встал на колени. Встал на колени и со слезами на глазах стал звать до Бога, про которого слышал от своей матери. Я взывал, плакал, молился в голос. Молиться я не умел, говорил как мог. Но мне не надо было показывать, что я молюсь. Не надо было лукавить. Я стоял один на один с Господом. Я не знал, что будет дальше. Я не знал, что я говорил. Я даже обещал Богу, что моя жизнь изменится. Как и все мы, братья и сестры, когда бывает трудная минута, мы говорим: «Боже, я изменюсь!» И Господь, видя мое такое состояние, помиловал меня. После этой молитвы я почувствовал сразу же улучшение. И еще через 2 месяца, находясь дома со своей семьей, зазвонил телефон. Звонили из Москвы и предлагали мне, чтобы я перевелся на Западную Украину, в город Луцк. Я не знал, что отвечать, но, видимо, в этом тоже была воля Божия. Я согласился, меня перевели. Уже здесь, в 89-м году, находясь в Луцке, мы купили Библию, стали ее изучать. Мы ходили по православным храмам, пытались найти, где же истина Божия. Были трудности в жизни, хоть я и обещал, что моя жизнь изменится, но, сами понимаете, обещание человеческое, оно бывает, когда жизнь увлекает, оно бывает иногда и ничего не стоит. И наступил такой момент, когда нужда меня так прижала, что я не ел и не пил 3 суток. Не по состоянию здоровья, а по состоянию внутреннего такого порыва. Я как умел взывал до Бога. И после этих 3 дней поста и молитвы, помните, как Неемия, я уже не буду зачитывать, молился и постился. Так я молился и постился, чтобы Господь помиловал. И Господь помиловал, слава Господу. Я уволился с армии в 92-м году. В 93-м году принял крещение. И теперь я уже не майор, как меня представил брат Василий. Я рядовой Божьей армии, Господней армии, слава Богу. Я проповедую Слово Божие, радуюсь общению с Богом, укрепляюсь в этом общении и стараюсь всем рассказать, что
Я искал Слово Божие. Искал, говорю, с самого детства. Но мне его никто не давал. В России, где я жил, в городе Мичуринске, не было верующих. Ни слева, ни справа, ни впереди, ни сзади, ни в школе, ни соседи. Я иногда говорю братьям: братья, ну ж кто-нибудь приехал бы ко мне и дал бы Слово Божие, я бы прочитал. А мне говорят: ты бы, наверное, не уверовал. Не знаю, говорю, но я стремился. Но мне сказали, что Слово Божие написано на старославянском языке, это не прочитаешь. И после этого я отпал уже до такой истины, до такой техи у меня уже не было. Я закончил высшее командно-инженерное училище, стал лейтенантом, старшим лейтенантом, капитаном, служил под землей, командиром дежурных сил ракетных установок и думал, все нормально. Но видите, Бог так резко поменял мою жизнь. Все может быть в моей жизни. Бог как-то нашел меня. Есть дети верующих родителей, и бывает, они не становятся верующими. У меня не было верующих родителей. Моя мать не была верующей. Она молилась как могла. Она понимала, что Господь есть, что Бог есть. И она молилась за меня. Слава Богу. За то, что Господь ей послал такое, чтобы она молилась. И Бог нашел меня. И сейчас я радуюсь. И смотрю на вас, что вы все дети Божьи. А кто еще не дитё Божие, торопитесь, пока время еще есть благоприятное для вас, для каждого. А я вспоминаю, что после этого Бог меня еще раз испытывал. Еще раз. Я после этого еще два раза у меня было такое состояние, что я был на грани смерти. Я был в таком бреду, и перед глазами проносилась вся моя жизнь. Я каялся и говорил: Господи, если необходимо, я готов умереть. Если необходимо, забери меня сейчас. Я сейчас готов. В любую минуту, что Господь меня забрал. Не страшит меня смерть, я знаю, что Господь всегда со мной. Слава Ему за это. Слава Богу, хай Бог благословить. Слава нашему Господу. Брати мої сестри, я думаю, що так як і я, так і ви, всі ми відчуваємо, що великий наш Господь. Алілуя. Хвала Йому. Але знаєте, чомусь, я не знаю, але Дух Святий побуджує моє серце. І я розумію, що ви знаєте, прекрасно не один раз ви палили вогонь. І ми знаємо, що коли ці полінця, вони лежать до кучі, вони гарно горять. Але коли буває у нашому, в тому ж, в тій практиці, коли ми розсуваємо, щоб затушити вогонь, ми робимо те, щоб розсунути ці полінці. І цей вогонь, він погасає. Але я не хотів би, щоб така практика відбувалася з нами. Але хотів би, щоб коли ми залишили місце це, щоб цей вогонь, щоб ці полінці, вони горіли і не згоряли перед лицем Господнім. Алілуя! Хвала нашому Господу! Тому я вірю, що Дух Святий по-особливому, як і було сказано, Він готує, Він дає цю поживу, Він дає її по вкусу для твоєї і моєї душі, щоб ти, підкріпившись благодаттю і силою Божою, міг знову далі, незалежно, де б ти пішов, де б ти поїхав, міг горіти для слави Божої і не згоряти. Тому що, як ми чуємо, Дух Святий сьогодні говорить, що надходить час, трудний час іспитання, але я знаю, що той, який запалив вогонь, він буде його підтримувати. Алілуя, слава нашому Господу. І тому церква сьогодні, вона святкує день свого народження. І я вірю, що той, який положив у плані своєму, щоб приготувати церкву свою, як улюблену невісту для сина свого, він післав Духа Святого, щоб цей вогонь горів, щоб церква строїлась. Алілуя, слава нашому Богу. Історія сьогодні святкує, і ми бачимо, що незалежно, які були часи інквізиції, трудності, випробування, але Слово Боже, воно поширювалось, і воно буде поширюватись, тому що Господь стоїть за своїм словом. Слава Йому навіки! Бо Він побудував і будує це царство, якому не буде кінця. Бажання мого серця залишити на пам'ять для вас слово, яке записано в книзі «Вихід». Я думаю, ви знаєте. Я прочитаю декілька віршиків, де говорять такі слова. Це записано в 26 розділі. І 12 віршик каже так: «І посіяв Ісаак у землі тій, і зібрав того року стократно, і Господь благословив був його,
і збагатів той чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. І було в нього отара овець та кіз, і череда товару, і багато рабів, і заздрили йому филистимляни. І всі криниці, що їх повикопували, раби батька його за днів батька його Авраама, филистимляни позатикали і понаповнювали землею. І сказав Амілех Ісаакові: «Іди від нас, бо ти зробився значно сильніший за нас». І пішов Ісаак звідти, і в долині Герару розтаборився та й осів там. І знову Ісаак повикопував криниці та воду, що їх викопували були за днів батька його Авраама. А позатикали були їх филистимляни по Авраамовій смерті. І він назвав імені їм, як імені, що батько його був їх назвав. І копали Ісаакові роби в долині, і знайшли там криницю живої води. Алілуя, слава нашому Господу. Брати мої, сестри, як і колись, так і тепер, я хочу сказати, що боротьба продовжується. Шановні мої, коли Бог благословив Авраама, коли Бог благословив Ісаака, тоді що оточили, вони заздрили йому. І ми читали, що вони позатикали криниці, щоб не було води, щоб Ісаак вибрався з їхньої місцевості. Але я вам хочу сказати, благословений Господь, він дав нам криницю, криницю, якої не можна засипати, якої не можна закрити. Але сьогодні Господь говорить через слово своє і говорив до нас, як за ту самарянку, що він відкриває в наших серцях криницю. І я хотів би, щоб сьогодні ми коротенько задумались над своїм життям, як з нашою водою, чи вона життя в життя вічне, як з нашим джерелом, коли ми, можливо, схиляємося вдома з своєю сім'єю, чи ти чи там вода, чи та благодать, яку сьогодні, можливо, ми разом переживаємо на місці цьому, вона виринає в домах наших, де було сьогодні свідчення брата, і він казав, що він чув, як мама його, як тато його молилися, а можливо сьогодні, яким чином ворогу вдалося, щоб засипати твою криницю, щоб з твоєї джерела не тікла жива вода, а Господь сьогодні хоче, щоб на всякому місці ім'я його славилося, щоб ти і я міг нести цю славу Господню, передати дітям своїм, щоб оточуючі сусіди могли побачити і сказати: дійсності живий Господь, і він не змінився, слава йому навіки. Можливо, якісь трудності, можливо, якісь проблеми, вони засипають твою криницю. Згадай милості Господні. Я не одного разу, не один раз бачу милості Божі у моєму житті. Ви знаєте, коли ми одружилися, декілька років, коли народилась друга дитина у нас, моїй жінці сталося так, що в неї було каміння. Лікарі сказали, потрібно оперувати і вдаляти жовч. Я казав: Боже, ми такі молоді, невже все життя, допоможи нам. А Господь сказав: я явлю милість, алілуя. Сьогодні народило 8 дітей, і ми славимо Господа. Господь явив милість свою. Ви знаєте, не так давно, 3 роки тому, я був з групою молоді з Америки, тут в Київщині є багато братів-свідків. І сталося так, що я захворів. Я так захворів, що я не знав, що відбувається зі мною. Останній день, коли приїхала група Венезер, щоб привести заключну євангелізацію, я не міг піти з ними на служіння, я не мав сили. Коли брати повернулися додому, там, де я знаходився, вони сказали: ти мусиш їхати в лікарню. Але сталося, я сказав: брати мої, там була нужда, я кажу, помоліться за цього брата. Ми почали молитись, і пізніше брати поклали руки на мене, і вони молилися. Я тоді вип'яв за ту нужду, але Господь явив милість той час, слава йому. Вони завезли мене тоді в лікарню, мене обстежили, і мені сказали наранці, що в тебе кровотеча в шлунку. І ви знаєте, але вони кажуть, ми повинні провірити. І коли провірили, вони знайшли, що кровотеча зупинилися, жив Господь, слава йому. І я сьогодні свідчу, тому що Господь являє велику милість. Але хочу сказати, буває так в житті моєму, що чомусь якийсь обставин, здається, що як будто нічого не відбувалося, це хоче ворог засипати мій колодязь. І ми не раз забуваємо ті милості, які являє Господь для нас. Але Господь бажає, щоб на всякому місці ми могли славити ім'я Господнє. Можливо, згадай, дорогі брати і сестра, той час, коли Господь благословляв твій дім, ти міг разом схилитися на коліна. Але що сталося сьогодні, можливо, не тече та вода. Я хотів би сказати, подивися на того, який не змінився. Прийди до нього, він те вічне джерело. Він життя, яке тече вічне життя.
Хвала нашому Господу. І якщо сьогодні ти записишся цією оливою, я вірю, що вона сильна. Дати тобі наснагу і благословення, щоб на кожному місці ти міг бути тим свідком Ісуса Христа. Нехай усіх вас благословить Господь. Хай ім'я Господнє буде прославлено навіки. Слава йому. Амінь. Бывает на пути, но как только взор подниму к Богу, небо, вижу небо впереди, небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. На земле я только лишь прохожий, что встречаю, скоро все пройдет. Я свой зор направлю в небо к Богу, знаю, в небе ждет меня покой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. Будет очень трудно, не забудь поднять ты взор свой ввысь, и Господь наполнит миром душу и наполнит небо впереди. Небо, голубое прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей домой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей домой. Я хочу скорей домой. Я хочу скорей,
хочу скорей домой. Брати, сестри, час добігає до кінця. Ми будемо зараз особливо молитися. Ще заключена проповідь. І в нас ще будуть молитви за уздоровлення. На цьому місці є Господь. Алілуя. І ми бачимо, Він діє Духом Святим. Він сьогодні з самого початку почав роботу і продовжує уздоровлювати. Алілуя. І тіло, і душу. Хай Бог благословить, аби будемо молити на останнє. Слава Богу. Я буду читати місце Слова Божого, яке написано «Дії святих апостолів». І з другого розділу першим віршиком написано так. Коли ж настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом в одному місці. Я не хотів би багато читати і розпространятися, але хотів би нагадати одне. Ми всі в одному місці, але стоїть одне запитання, чи ми всі однодушно? Чи ми всі маємо одну й ту саму ціль, одну й ту саму мету, коли Дух Святий, і було нагадано нам на цьому місці, що люди мають різні цілі і різну мету, приходячи на це місце. Я дякую Богові, що сьогодні ми маємо такий добрий час, де під відкритим небом ти можеш стояти ось тут, накрившись зонтиком, чи прикрившись рукою, бо палить твою голову сонце, але ти можеш слухати Слово Господнє, яке звучить до тебе і до мене в цьому собранні. Але пам'ятай, мій друже, дорогий слухачу, не завжди так буде. Ні, все міняється. Гори здвигаються, холми колеблються, країни міняються, президенти міняються, політики міняються. Але хотілося б сказати одне. Сьогодні Бог відкриває тут, як було нагадано, оцю живу криницю із живою водою. Дякую йому. Я не знаю, яка це вода була там у пустині. Я розумію, вода як вода, колодязь як колодязь, люди черпали. Но якась різниця була, і це бачили люди. Один колодязь був надзвичайний. Там була живая вода. Я не раз собі пригадую одне місце, яке є написане, коли пророк підходив до міста, жителі зустріли його і кажуть, подивись, місце, де ми знаходимося, є чудове, але вода нездорова. І він каже, дайте мені нову чашу і положіть туди солі. І коли вони положили, він прийшов до джерела, вкинув туди цю чашу і каже, так говорить Господь, надалі не буде ні безплодія, ні вреда, але вода зробиться здоровою. Він знайшов, звідки ця нездорова вода витікає. Любі брати і сестри, но не за нездорову воду я хотів би говорити, але хотів би говорити, що з-під дверей порога храма текла вода, і вона мала дві струї. І коли вона текла, то там все оживало. Слава нашому Господу! Твоє серце являється храмом Духа Святого. Там повинен перебувати Господь в своїй славі, в своїй могутності і в своїй величі. Алілуя йому, благословенне ім'я. Але чи так воно буває, любі брати і сестри? Я знаю одне. Сьогодні Господь привів тебе на це місце, щоби ось тут, якщо та вода не тече така, як потрібно, сьогоднішнього дня із серця твого било джерело живої води. Ти вийшов з цього місця, ти в дорозі, ти вдома, але ти відчував помазання Боже, ти відчував руку Божу, ти відчував силу Божу, бо кроки Господні приближаються. Алілуя, амінь. Чуєш, друже мій, Господь іде за невестою, Господь іде за церков'ю, Господь іде за брати возлюблених. Алілуя, амінь. Блажен народ, знаючий трубний зов. Чи чуєш ти, як Господь говорить до твого серця? Ах, Єммануїл, вічний Бог, можливо, ти в собранні, можливо, ти чуєш пророцтва, можливо, Бог пророцтвом до тебе звертався, але коли ти один на один з небом, коли ти один на один, десь там схилив коліна, чи чуєш ти голос Духа Святого? Ах, Єммануїл, вічний Господь, алілуя, амінь, а свідетельство Ісуса, дух пророцтва,
О, Господи, як би хотілося, щоб той дух сьогодні зійшов на кожне серце, щоб зійшов те собрання. Алілуя, амінь. А нам потрібне помазання від Господа. Ава, Отче, ах, Єммануїл, вічний Бог. Читаю ще одне місце, яке написано із 137-го псалма. Над річками Вавилонськими, там ми сиділи і плакали, коли згадували про Сіон. На вербах посеред нього повісили ми арфи наші, співу бо пісні від нас там чекали поневолювачі наші, а веселощів пісень. А веселощі в нашому учителі, заспівайте нам з пісень сіонських. Як нам співати, коли ми в землі полонені? Як вони могли підняти свій голос? Серце не співало. Можливо, устами щось могли б заспівати, але серце мовчало. У полоні були, у полоні гріха, у полоні неправди, у полоні моди, у полоні ще різних речей. Сьогодні є багато людей, пісні немає, радості немає, співу немає. Але я пам'ятаю, коли один чоловік втомився і пішов у пустиню, сів під можжевеловий куст, його бачив Господь, бачив його працю, бачив його бажання, бачив його серце. І не оставляє його так, посилає ангела свого. І він каже, будуть його бік, каже, вставай, Ілля, встань і їж, бо далека дорога предстоїть перед тобою. Він встав, поїв і далі заснув. Сили так мало, але ангел Господній другий раз буде. Вставай, Ілля, вставай і їж, бо далека дорога перед тобою. І написано, встав, Ілля, поїв, попив із того Божого кувшина, який приніс ангел, і направив свої ступи. Ілля, куди ти йдеш? Іду на Хорив. Чому ти йдеш на Хорив? Бо я пам'ятаю, там свого часу Бог являвся для народа. Там Бог приходив до людини. Мені потрібен Господь. Мені потрібне єднання з Богом. Амінь. Алілуя. Ава, Отче, на цьому місці не один раз Господь являв свою руку милості. Я читав ці записки, там сльози горе, там подяка Богу, там від рака ісцілив, там від пухлини ісцілив, там Господь операцію на серце мав робити, але душа каже, дякуйте Богові, Бог ісцілив, алілуя, живий Господь, який являвся на Хориві, явився сьогодні в збужі до тебе, дорогий друже, ава, Отче, алілуя, амінь, чуєш, він має те єднання з тобою, він хоче з'єднатися з тобою Духом Святим, ава, Отче, алілуя, Рамауди стання, алілуя, амінь. Але Бог требує чистоти, Бог требує святості от народа свого. Ти не можеш співати, але сьогодні хай пісня слави прольється в небо. Скарамалаудис. Христос іде церков взяти. Невеста готовся к переселенню. Амінь. Скарамалаудис, алілуя. Собрання йде до кінця. Ти залишиш це місце, але в твоєму домі проблема. В твоєму житті проблема. В твоїй сім'ї проблема. Амінь. Щоб не тільки в собранні ти переживав єднання з Богом. Ні. Кербалачанія, алілуя, амінь. Благословен Господь. Рука Божа проходить по старого рода. Амінь. Прикосновення Духа Святого. Чи відчуваєш ти? Ава, Отче! Ава, Отче! Скараманаутис! Алілуя, амінь! Ти дитя Боже! Тебе призвав Господь! І помилувало небо! Алілуя, амінь! Але я знаю, на цьому місці є ті, які ще не примирилися з Богом, які не мають єднання з Ісусом, які не віддали своє серце Ісусу Христу, тебе чекає Господь. Алілуя! Кербала вілічення, алілуя, мій! Друже, дорогий, сьогодні йди до Ісуса. Він змінить життя твоє. Він змінить положення твоє. Він дасть радість серці твоєму. Ава, Отче, великий Бог Ізраїля. Амінь. Славен Бог! Алілуя! Алілуя!
сестри, брати, молимся, молимся. Я бачу видіння, як ангел проходив і брав за руку і так випускав їх на волю. Вони йшли, молимся, хай він пройде по цьому стану, щоб ще більше випустив на волю. Я дивлюсь, як він підходив, так ніжно брав. Чуєш, сьогодні він шукає тебе. Іди, іди, де ти є. Бо ти ще далеко блукаєш на чужині, а сьогодні Господь кличе тебе, ви молимся, чи церква молиться за спасіння твоєї душі. Піднімайте руку, хто ще не є спасенний, і вам дадуть місце, дадуть можливість пройти. Хто ще є не спасенний, швиденько піднімайте. Останні секунди, може це останній раз тебе кличе Господь. Наша ще буде особлива молитва за нашу державу. Ви чули, як сьогодні Господь Духом Святим казав, ідуть ще люди і ще підходять. Молимося, де ви є? Може, десь ти далеко, але тебе чуєш, стукає в твоє серце Ісус. Відчини для нього. Чи ж відчиняй серце, ще підходять зліва, справа, ще йдуть хлопці. Ми молимося, брати, сестри, батьки, плачте за своїх дітей, за своїх синів і дочок. Дайте можливість, там ще проходять. Чуєш, може, останній раз сьогодні тебе кличе Бог. Алілуя, пускайте, там хлопчина йде, пускайте, пускайте, ми молимося, брати, сестри, ще там рухається. Я чую, Дух Святий прийшов на це місце, і він сьогодні возмутив цю воду, спасає сьогодні, йдуть цю воду, щоб стати здоровими в ім'я Ісуса Христа. Ще, ще проходьте, проходьте, всі, всі, хто, спішіть, спішіть, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, я дивлюся, біжать, біжать зліва, права, проходьте, проходьте, це ваш момент. Не зупиняйся на півдорогі, не зупиняйся, біжи, біжи аж до кінця, стань ось тут поруч, сьогодні молитва за тебе. Алілуя, ще, ще. Все, брати, сестри, молимося. Уже 50 душ. І ще йдуть, які віддали своє серце для Ісуса. Алілуя! 53! Там поповняється книга життя новими іменами. Алілуя, мій! Мала величання! Чуєш, відчиняй! Відчиняй серця двері, чого ти чекаєш? Завтрашній день не ті! Сьогодні тебе кличе Ісус в тому собранні. Алва Отче, спіши до Христа, він кличе тебе, чує, спіши, це Дух Святий торкається серця твого в тому собранні, ніжно, рукою своєю, дайте це місце, там ще проходять, алілуя, благословено ім'я Господа, алілуя, будьте уважні, дайте дорогу пройти тим, що проходять. Алілуя! Алілуя! Благословен Господь! Уже 61 душа, але роботу Дух Святий не закінчив. Алло, Отче! Алло, Отче! Алло, Отче! Алло, Отче! Алло, Отче! Стані, амінь! Стоять відення полуди на ім'я у десті величання. Ще йдуть двоє. Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу! Алілуя! Алілуя! Славено ім'я Господа! Проходьте! Правильника славу на ім'я величання. Алілуя! Алілуя! Друзі! Чуєш, спіши! Спіши, мій друже, дорогий! Спіши, сьогодні цей день створив для тебе Господь. Сьогодні по милості Божій ти на цьому місці спіши. Але, Отче, простягнуті руки, пробиті долоні Ісуса, вони сьогодні простягнуті до тебе. Алілуя! Ще і ще! Ідуть, ідуть! Вже хотілося молитися, але праця Божа не закінчена. Робота Духа Святого. Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу! Алілуя, амінь! Алілуя! Благословен Господь! Благословено ім'я Боже! Алілуя, амінь! Слава!
святу Духа Святого. Аминь. Скараванаудис. Аллилуйя. Брати і сестри, ми будемо молитися, щоб Господь благословив ці душі. Ще один іде. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Господь. Ми не можемо зупинити тілі Божої. Вже 84 душі. Для слави Ісуса. Не для людської слави, а для слави розп'ятого, воскресшого і знов грядущого Сина Божого. Амінь. Параманауди сківерчання. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Ісусу. Аллилуйя, амінь. Благословенно ім'я. Їм потрібне помазання від Господа. Їм потрібна сила для перемоги. Їм потрібна защита від диявола. І це твоя молитва, друже дорогий. Аллилуйя. Молимося, щоб Бог дав перемогу. Благословен Господь, ми тебе дякуємо, Ісус, що ще двері спасіння відкриті, алілуя, що сьогодні нові люди йдуть в ковчег завіту, слава, слава, щоб цей ковчег спасіння, Господи, ти відкрив на цьому місці, слава тобі, Господи. Хай твої мене прославлене, пиши ці імена в книгу життя,
Аллилуйя, збережи її, Господи, від цього світу, від зла і гріха в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Ще Дух Святий продовжує працю. Брати, сестри, я дивуюсь, ми хотіли б закінчити, але я бачу, йдуть. Дух Святий продовжує. Ми не кличемо, але Він кличе людей. Чуєте, ще проходять, ви боліться, що сьогодні робить Дух Святий. Аллоче. І ще йдуть люди, чуєте, ще я бачу зліва, справа, проходять. Брати, сестри, ангел цей продовжує ходити, шукати їх і бере, веде їх сюди. Чуєте, це його робота. Аллилуйя, ще люди підходять, уже більше 90 людей. Ось тут стоять, іде молитва, брати, сестри, ще не всі. І ще Дух Святий продовжує працю. Брати, сестри, бачите, ще там піднімають руки, пускайте на, пускайте ще того молодого чоловіка, пускайте, ще біжать, ви чуєте, ще біжать. Ніхто не може зупинити те, що робить Дух Святий. Аллилуйя. Заливаються слізьми. Біжать у цей потік Господній живої води. Аллилуйя, слава Христу. Де ви ще є? Хто може ще хтось запізнився? Швиденько вперед. Швиденько, бо в нас будуть вже другі молитви. Ще підходить дівчина. Чи-то ще йдуть. Ми вже збилися із рахунку, а люди ще йдуть. 95 душ, так, брати, кажуть, 95 душ. Слава Богу, брати, сестри. 96 підійшла, слава Ісусу. Якщо ви є, можете ще підходити. Ще підходити. Брати, сестри, ви всі сьогодні чули, що казав Дух Святий. І мені цей брат Фін казав це. Мені сказав Господь, іде на Україну буря. Ви знаєте, яке положення, які обставини в нашій державі. Що зараз відбувається, брати, сестри, і я хочу, щоб зараз ця молитва була за нашу Україну. За мир, спокій і благополуччя. Іде буря, але казав Господь, над народом моїм явиться слава. Алілуя. Молимося, брати, сестри, за нашу державу. Хай Бог спасає, піднімає руки молитви. Всі піднімайте руки, хай чує небо, хай бачить. Народ сьогодні кличе за мир, спокій нашій державі. А сьогодні біжи, може не буде такого часу, такого дня. Оце останній шанс, це твій шанс прийти сьогодні і схилитися у ніг Господа Ісуса. Аллилуйя. Йде молитва, молимося ще за наш край. Молимося, слава Ісусу. А Дух Святий продовжує свою працю. Хвала Христу. Ще Дух Святий, чуєте, робить, ще йдуть люди. Ви бачите, що робить, бо ховайтеся. Ховайтеся під крило Господнє від тієї бури. Ще йдуть чоловіки, ще проходять. Ще йдуть молоді хлопці. Ви бачите, Дух Святий продовжує працю. Ховайтеся швидше під крило Господнє, під славу Божу. Алілуя, слава Христу. Де ти є? Може, ти ще не встиг? Біжи швиденько, може, десь ти стоїш далеко, але біжи сюди. Щоб сьогодні твоє ім'я було вписано в книгу життя, щоб ти був в числі народу Божого.
Аллилуйя, слава Ісусу, Господи, ступись за нашу Україну. Аллилуйя, Боже, благослови президента і уряд, парламент, благослови. Дай, Господи, здоровий розум і мир, і спокій, Ісусе. І мудрість свою пішли, Господи, і Твоє благополуччя, ми звертаємося до Тебе, бо Ти, князь миру, слава Тобі, Ісусе, і кличем Твоє ім'я. Дай, Господи, захист для нашої держави. Ступися в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Благослови всі тих. Ось це велике число, яке стоять перед Тобою. Хай кожне ім'я буде вписано в книгу життя. Хай нікого не вирве диявол з Твоєї руки, бо Ти так сказав, що з Твоєї руки ніхто не вирве. Слава Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, зараз в нас буде молитва за оздоровлення. Тут дуже багато записок. Продовж ось цих 5 годин, брати, всі переглядали, дуже багато є таких, помоліться, я хочу вийти заміж. Багато просять, помоліться, щоб Бог дав діток, буде молитися. Щоб Господь ступив, щоб Бог уздоровив. І сьогодні навіть в мене є тут такі записки, що я хотів би їх і зачитати особливо. Прийшла така записка, помоліться за сестру Люду з Бичаля, яка зараз перебуває в лікарні в дуже тяжкому стані, рак, 4-та стадія. Помоліться, щоб Господь у свою милість, бо в неї чоловік відійшов у вічність. Не так давно, я пам'ятаю, навіть мені прийшлось бути в нього вдома і молились. І Господь показав, що сонечко вже його заходить. І незадовго він відійшов у вічність. 4 роки назад, а вдома ще 5 дітей, 2 малих. Бо один тільки Господь може допомогти. Лікарі поставили діагноз, що проживе тільки місяць, але Господь може вчинити з неможливого можливе. І ще тут є дуже багато таких захворювань. Я дуже багато навіть записок повідкладав. Ми зараз за всі будемо молитися. Добре, будемо молитися. Всі, за всі нужди, всі записки, які подали, ми будемо молитися. І тут просять, помоліться за церкву, щоб Господь дав дари в церкву. Ви чуєте, брати і сестри, може хтось сьогодні в голоді перебувають, а ви сьогодні в достатку хліб їсте. Алілуя, це є милість Божа. І тому зараз я даю мікрофон, брат Дмитро. Помолимося за Ростовську церкву і Ростовську область. Дуже багато є записок. Чуєте, брати і сестри, в нас, дяка Богу, проходять дощі. А я навіть був на півдні України, мені кажуть, від серпня місяця з минулого року не було дощу. Уявіть. Був в Молдавії, тільки повернувся. І я подивився, кажу, слухайте, чому ви мовчите? Чому не просите? Все, як я подивився, кажуть, тепло, все повинно бути гарніше. Я подивився, кажу, слухайте, в нас все гарніше виросло, чим у вас. І кажу, давайте не будемо молитися. Помолились, скінчилось зібрання, ми вже їхали в дощ додому. І дуже багато просять, у багатьох областях України немає дощу. Тоже будемо про те молитися. Брати та сестри, залишилося пару минут, і ми зараз будемо молитися за оздоровлення. Ось тут, дивіться, тисячі записків на різні теми. Ви знаєте, на різні теми, що Бог спас від обжорства. Даже. Тоже є записки. Що Бог дав чоловіків. Що Бог дав жінок, просять. Тож так само. Є хворі, є нужденні. Є тут багато, які не закінчили долі. Сльози, ридання в домах, безсонні ночі. І багато чого більшого і тягшого є, якого навіть я не предсказав і не можу предсказати. Отут є в цих записках. Зараз браття будуть молитися. Ми будемо молитися. Брати та сестри, написано, хіба ти не знаєш, хіба ти не чуєш, вічний Господь, який сотворив, що в кінці землі не утомляється. Він із неможливим дає силу і крепость. Алілуя! Слава Ісусу! Він не втомляється і не втомився подати тобі оздоровлення на рак, на туберкульоз, на тяжку хворобу,
яку вже лікарі відказалися від лікування від тебе. Но Бог не відказався, амінь. Алілуя! Бог не відкажеться. Бог любить тебе. Бог любить всіх нас. Іде молитва. Брати та сестри, я вас прошу, хто хворий, піднесіть ваші руки. Ваші руки, маса рук, ліс рук, хто взяло її. Зараз буде молитися. Ось руки бачив Ісус. Ось руки бачив Ісус. Алілуя, амінь. Або отче, ви положіть руки на хворі ваші місця. І ми будемо за вас молитися. Вже молимося з братами. Амінь. Алілуя. Молимося за ці речі. Молимося за писки. Слово наш Ісус. Благослови, Господь. Дай благословіння, Ісус. Ти бачиш ці написки. Ти бачиш ці нужди, Господь. Ти бачиш горе. Ти бачиш біди. Ти бачиш переживання. Ти бачиш ці сльози. Ти бачиш хвороби. Боже, дітки плачуть. Хочуть бачити здорового Ісус. І сили побирати неба. Хрестися, Ісус! Слава тобі, Ісус! Хвала тобі для нас, любий Бог! Алілуя тобі! Господи! Боже наш! Боже наш! Боже наш! Боже наш! Ти бачиш ці речі, які прийняли брати! Ти бачиш ці речі, Ісус! Ти бачиш ці одежі! Господи, обіць цих хворих! Нужденні! Боже, іде молитва за ці речі, Ісус, амінь, алілуя. Боже, Господи, коснися, Господи, Боже, амінь. Боже, через ці речі, ісцеляй, Ісус, алілуя, амінь. Маленьке прикосновіння цих речей до хворого тіла, воно буде здорове, амінь. Слава тобі, Ісус, хвала тобі, наш любий Бог. Ти наш Бог, ти наш цар. Ти нас купити, алілуя, амінь. Алілуя, алілуя. О, Господь, ти наш Бог живий, амінь. Алілуя, хвала тобі, найвищий Бог. Слава тобі, хвала тобі, Господь. Там, де положи руки на хворі місця, ми послаємо твоє Ісус, ім'я Ісус. Алілуя, алілуя. Ім'я Твоє, Господи, ніколи не підведе, обов'язково оздоровить тобі, слава тобі. Ти за ім'я отвечаєш, Ісус. Ми посилаємо ім'я Ісус. Ми посилаємо ім'я Ісус на хворі місця. Народа Божа, алілуя, ім'я овочами. Ми посилаємо ім'я Ісус на ці речі, Ісус, амінь. На ці одежі, на ці платочки, Ісус, амінь. Казися благодаттю неба. Хвала тобі, Ісус. Слава. Хвала тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий.